Здравствуйте, дорогие любители настольных игр европейской школы, игр очень популярных на постсоветском пространстве. С нами сегодня Денис, Славик, меня зовут Филипп, и поиграем мы в настольную игру Теотиуакан, город богов. А зачем такой акцент сделал? Теотиуакан, город богов. Теотиуакан. Теотиуакан. Да. Теотиуакан. Не надо так извращать. Лучше, что ты из Пятигорска приехал. Да-да-да. Ладно, неважно. Мы все равно не узнаем, как это правильно произносится на самом деле, потому что ацтеков никого не осталось. Теотиуакан. Теотиуакан. Игра от Даниэля Ташини. Я думаю, они как-то так говорили. Да, это игра, в которой правила вам расскажет Денис. Вот это поворот. Итак, ну, игра довольно-таки большая и комплексная, поэтому давайте начнем знакомиться с историей. Да. О, давай. Кто мы вообще такие? Мы представители знатных домов, которые отстраивают город Теотиуакан. Для тех, кто не знает, это ацтекский город, находится недалеко от Мехико современного. Вот. Мы будем зарабатывать благосклонность богов для того, чтобы получить как можно больше чести, почета и уважения. Будем зарабатывать это разными способами, в том числе строив большую пирамиду, которая находится в центре. Вот. В настоящем, правда, она не в центре находится, но не важно. Там их было две больших, одна была там, другая там. Ну, короче. У нас вот есть пирамида. Теперь начнем с подготовки поля. Частично мы подготовили, частично подготовим на камеру. Итак, что у нас уже выложено? Мы играем втроем, поэтому для троих игроков уже выложена начальная расстановка пирамиды. Вот эти блоки, они вот... Вот так вот совершенно рандомно мы их положили. Извини, а на четверых мы вообще их не выкладываем? Нет, выкладываем, они будут... По-другому там просто. Вот, такая раскладка будет. Вот здесь два, вот здесь два, вот здесь два, вот здесь. На двоих по-другому. То есть тут своя для каждого. Вот. Это мы выложили. Замечательно. Разложили все фишечки свои на треках. У нас есть три трека пирамиды. Пирамида синяя. Храмы. Да, это храм. Угу. Три храма. Синий, красный и зеленый у подножия мы положили. Потом это трек... Архитектор. Архитекторов он как-то хитро называет. Трек пирамиды давай называем. Трек пирамиды. Тут пирамида нарисована как бы не принципиально, я думаю. Да, неважно. Короче, трек пирамиды. Потом трек дороги мертвых, по которому тоже будем там продвигаться. И также у нас есть трек Солнца и Луны. И Луны, которые Солнце будет идти по направлению к Луны, когда Луна закроет Солнце, произойдет солнечное затмение. Таких в игре будет три. Это календарь. Да. Это календарь, да. Таких затмений будет три. По окончанию третьего затмения игра закончится. В процессе затмения будут считаться победные очки. Да. Как это будет, чуть-чуть попозже расскажу. Каждое затмение, промежуточный подсчет. Да. Также на круге, это называется круг вознесения. На круге вознесения у нас у каждого лежит по одному рабочему третьего уровня. Вот эти кубики, это будут наши рабочие. Уже три штуки лежит. Дальше, вот здесь мы выставили домики, о них потом расскажем. Вот на этом планшете нам нужно выложить, вот здесь стопка украшений храма. Здесь нужно 4 стартовых выложить. Они нам будут доступны. Также здесь есть планшет архитекторов. Сюда нужно выложить три элемента пирамиды, из которых случайные, да, которые мы можем строить. Потом у нас есть жетон с технологиями, планшет с технологиями, которые также нужно достать 6 штук. Вот из этого всего. Раз, два, три, четыре, пять. Мы же их мешали. По номеркам, по последовательности их. Да, все правильно. У них вот здесь вот в левом, в правом верхнем углу есть номера. Нужно в порядке возрастания их выложить. То есть у нас 1, 7, 9 и... А, нету той технологии, с которой мы 13, 15... 17. Дэна любимая есть. О, вот моя любимая технология есть. Замечательно. А, нету на ресурсы, блин. Да, на ресурсы нету. Ну, значит, не надо распыляться, блин. Значит, потом расскажем про ресурсы. Да, я расскажу про все эти бонусы после того, как объясню правила, потому что сейчас это ничего никому не скажет. Угу. Также у нас есть вот здесь
пустые места для открытий. Это вот целая пачка открытий. Вот здесь. Сюда нужно будет разложить. Вот сюда кладем одно открытие. Вот сюда одно открытие. Вот сюда одно открытие. Вот сюда одно открытие. И вот туда положи, пожалуйста. Также нам нужно будет разложить открытие на широкие ступени храмов. Здесь есть три числа. Первое число это сколько для четверых игроков. Три это, ну, второе число это для троих игроков. Последнее, если играют двое. У нас играют трое, поэтому нам нужно среднее число. Берем три штуки. Лицом вверх их вот сюда укладываем. Здесь четыре штуки. Второй этот значок вот для соло-игры, наверное, да? Где? Вот этот. Ну, то есть, либо ты выкладываешь сюда плитки, а вот это? Это когда здесь плитки закончились, ты получишь одну бонус, какао. Который получает игрок, если он не успел взять плитку. Да, да. Угу. Здесь одно какао. Здесь четыре штуки, да, правильно, открытую. Здесь три. Здесь два. То есть, грубо говоря, либо бонус, либо какао. Если не успел. Да, не успел, получишь он тут бонус. Так, здесь разложили, вот здесь еще. Здесь то же самое. Ну, здесь для 3, 2, 1 там. Да, да. Здесь одинаковые. 3. С верхнюю плитку возьмет только кто-то один, кто первый туда заскочит. Да. Эту плитку возьмет каждый. Здесь уже кто-то может не успеть. Да. Одни маски. А нижнюю надо было видеть. Мы можем знать, что вот это ждет. Ну, они все в открытую укладываются, поэтому, по идее, да. Так, все жетоны открытий разложили. Замечательно. Теперь еще одна под это все положили. Вот сюда. Да. Вот здесь нужно положить три бонус-храма. Можно оставить играть с теми, что нарисовано, но так неинтересно, поэтому мы сделаем рандомный. Поменял местами храм, ну да. Да. Что значит вот это? Если в конце игры фишка будет находиться либо здесь, либо выше, будут получать дополнительные очки в конце игры за вот, выполняя вот это условие. Давай сразу расскажем. Вот здесь по 4 победных очка за каждого рабочего 1, 2 или 3 уровня. Угу. И 9 победных очков за рабочего 4 или 5 уровня каждого. Здесь по 5 победных очков за каждую технологию, которую освоили. И здесь просто 15 победных очков. Если ты... Просто кто в зеленом храме прокачается, получит. Да, 15. Еще 15 победных там очков. Там одна какао, поэтому... Ну да. Давайте теперь стартовые наши... разложим условия. Эти будут, да, положи сюда. Это потом уже после того, как мы своих расставим. Угу. Итак, теперь нам нужно определить наши стартовые бонусы каждого из нас и где изначально будут наши находиться рабочие. У нас есть по одному рабочему одного уровня. Сейчас я каждому раздаю по 4 вот такие штучки. Выбираешь 2, да? Из них, да, ты выбираешь 2. Смотри. У тебя вот, ну, открой, да можешь открыть там. Ну, чего? Я понял, не, просто мне так смотри, удобно. У тебя вот здесь это одно открытие. Ты берем отсюда рандомное открытие, и ты вот это я его, понял. И ты его получишь. Это сразу на ступеньку в храме пойти, да. Это ресурсы, это где начинают. Это твои где кубики. Будешь начинать твои кубики, да. А вот это на ступеньку в храме, вот это сразу прокачать, одного прокачать, сразу одного. Это 5 какао. То есть, ну, как бы ты должен знать, что у тебя здесь вот эта технология. Вот это вот именно эта маска, да? Да, она сразу открывается. Чтоб ты потом думал, надо оно тебе или не надо. Ну, это шляпа, конечно. Я их могу по-разному тоже комбинировать, да? Ты оставляешь себе 2. Да. У тебя есть технологии? Нет. Прекрасно. Все, я выбрал. Я тоже. Так, у меня вот такие. Если вы будете играть свою первую игру, то у вас вот эти штучки не набираются. Вы там прописано в правилах, что вам там надо получить. Там четко написано в правилах. Что для первого игрока, что для второго. Где расставиться и так далее. Но мы так уже поиграли, поэтому мы хотим вот с вот этим всем поиграть. Замещение. Лучше сюда замешать. Так, ну и я, собственно говоря, получаю. Сейчас давай все выберут. Ну давай, да, выберут. Давай сейчас все выберут, да, действительно. Может сразу по дороге мертв рвануть. Это хороший вариант, кстати. Ну давай, давай, вот я сделаю ставку на дорогу мертвых. В прошлый раз я от этого не играл. Дорога мертвых много очков приносит. Вот.
А я, соответственно, буду туда строить дома. И понижать мне... Да. Спасибо. Не Итак, боишь. Ты выбрал? Да. Давайте начнем с меня, я первый игрок. Итак, у меня два раза по дороге мертвых я продвигаюсь. Раз, два. Получаю четыре дерева. Жук какой, а? А мне главное такие не раздал бонусы. Вот это все. Ну я же специально из рукава себе. Понятное дело. Два камня, два какао. И кладу я себе на первую, вторую и седьмую. Три разных должно быть. Первая, вторая и седьмая. Так, седьмая, первая и вторая. Вот сюда. Моих рабочих. Все. Это я получил, это мы выбираем. Так, ну, во-первых, я продвигаюсь на одну ступеньку в храме, и получаю сразу один любой ресурс. Я возьму себе золото. Да. Дальше я беру себе два какао. Вот здесь на храме нарисовано один, и вот такая галочка. И это любой ресурс. Семь камней. Кроме какао. Еще два, пожалуйста. Какао не ресурс. Семь камней. Дальше, еще я сразу еще три какао, то есть всего пять. Два дерева. Для каменного магната. И я размещаюсь... Шестое, седьмое, третье. Да, первый. Шестое, седьмое, третье. Хорошо. Так, что, где оно все? А, вот шестое. Седьмое. Седьмое и третье вот здесь. Есть. Все, это убираем. Окей. Я на одну ступеньку в синем храме расту, получаю камень. Угу. Хотя зачем мне камень? Ладно, пусть будет камень. Лучше бы взял золото, дурак. Ну, возьми золото. Да, не, ладно. Четыре дерева. Угу. Еще один камень. Расту в красном храме. Здесь одно победное очко. Ты ой, что я красного, да. Черного подвинь, пожалуйста. Да, пять какав. И сразу прокачиваю одного работника. То есть у меня будут двоечка и две единички. Выставляюсь я на второй, третий, седьмой или восьмой. Восьмой. Нет, это смотри, первый. А, восьмой красный. Там левые идут. Самые левые. А, то есть 2, 3 и 7. Я почему пропустил? Потому что было две одинаковых на одинаковые нельзя. А, все, понял. 2, 3 и 7. 2, 3 и 7. Жестко это регулируется. 2 у нас... Да, двоечку можешь выставлять куда хочешь. Тройка здесь. Вот двоечка. Вот двоечка и вот семерочка. Понял. Семерочка апгрейд. Так. Все. Есть такая буква. Все, стартовые капиталы. Это можно убрать. Да, это можно убрать. Теперь у нас, так как мы играем втроем, еще есть нейтральные кубики. Вот они будут нужны для этих, для получения как. Они должны просто занимать места. Просто есть, должны занимать. Играть сбалансированно. Поэтому мы берем еще две, открываем, третье, седьмое, пятое. Там не важно, какое у них число, да, просто кидаем. Седьмое. Третье сюда, давай. Пятое вот. Держи, и вот пятое. Поставим их всех первым новым. Есть. Что-нибудь круче нашего. О, тут Дженга красиво все. Да, там какао сейчас собрать. Сейчас какао я туда и пойду, потому что какао мне мало. Итак, из чего состоит ход игрока? В свой ход мы выбираем одно из двух. Первое, сделать обычный ход. То есть, либо вернуть всех молящихся рабочих в основную зону. Что это значит, чуть позже станет ясно. Итак, сделать основное действие. Это значит, мы выбираем любого своего рабочего, который не молится, и продвигаем его вперед по часовой стрелке. Мы вот так будем ходить по этим планшетам. По часовой стрелке на одну, две или три клетки. Продвинули. После этого мы можем сделать одно из трех действий. Первое действие – собрать какао. Как оно делается? Когда приходит рабочий, запомни, что он мне здесь, да. Приходит вот сюда, я говорю, я хочу собрать какао. Я считаю, сколько здесь кубиков разных цветов, не включая тот, который только что пришел. Сейчас 4, и плюс 1, и столько я получу какао. Я получу 5 какао, да. Ну, в принципе, можешь мне сразу дать, я так наверное, и схожу. Ну, ладно, давай. Да. Я получу 5 какао. Если бы, например, было вот так, я бы получил 4 какао, потому что тот, который только что пришел, не учитывается. Хотя если дает плюс один, значит учитывается. Ну, да. Короче. Да. Короче. Просто вся фишка в том, что то есть он пришел, тут есть мой цвет, да. Но все равно будет плюс один. Ну, да. Просто мы даже из повтора. Правила рулят. Количество разных цветов плюс один, это все просто. Дальше, второе действие, это молитва.
Она есть не на всех планшетах, она есть, это вот такие ячейки с ключиком. С ключиком. Угу. Здесь есть, здесь есть, здесь целых три их. А мы их оставляем или новые будут? Вот еще, что мы не выложили. Выложи три рандомных, да, я потом все расскажу о них. Не будем оставлять, поэтому возьмем тоже рандомные. Зараза. Такая же, и тут такая же. Ну так должно быть, значит, все. Ну так, так попалось, ну что ж теперь. Вот здесь ключики, вон там есть ключик, и вот здесь есть ключик. Что мы можем сделать? Если здесь никого нет, мы просто становимся сюда и выбираем делать либо верхнее действие вот это, либо нижнее действие. Также мы можем заплатить одно какао и сделать оба действия. Угу. Если здесь кто-то есть, но не твой, чужой, ты можешь заплатить еще, ну, ты должен заплатить на какао и выгнать его отсюда. Он идет в общий резерв. А твой вместо него встанет. И уже потом, если ты хочешь опять сделать два действия, например, то ты еще платишь. Еще какао. Одно какао за то, что выгнал, и одно какао еще за два есть. Какие могут быть действия? Вот в этих четырех здесь продвинуться на одну ступень в синем храме, там в зеленом, здесь в красном, здесь в любом. Угу. В одном на выбор. Нижние действия – это забрать себе бонус. Вот это открытие есть бесплатные. Здесь нет цены, есть платные. То есть для того, чтобы забрать вот эту, вот это открытие, нужно потратить одно какао. Угу. Это понятно. Вот здесь. Здесь делают то же самое. Здесь есть верхнее действие и нижнее действие. Точно так же. Но верхнее действие ты выбираешь, какое ты хочешь сделать. Давайте... Да, ну сразу пройдемся по бонусам. Какие действия могут быть здесь? Вот здесь. Так, давай откроем, чтобы... Итак, это вот это, да? Отдайте одно какао и продвиньтесь на одну ступень в любом храме. Вы можете сделать столько раз, сколько составляет сила молящегося здесь работника, минус один. Угу. Примечание, держать здесь молящегося работника силы один бессмысленно. Угу. То есть, что тут? Вот этот куб откуда? Это у меня, да, это примерный. Угу. Например, если сюда придет 4, я могу сделать вот это действие 3 раза. То есть заплатить 3 какао и продвинуться на одну ступень в любом храме. Кстати, классная штука. Дальше. Вот это действие. Платим 1 какао и получаем 1 камень и 1 золото. Это действие можно сделать столько раз, сколько сила равна. Здесь минус один написано, максимум минус один. Здесь написано просто максимум. Угу. Дальше. Здесь мы получаем какао, сила плюс один. То есть, если здесь 4, получим 5 какао. И все. Здесь про количество какао, здесь столько раз, сколько это делается. Угу. Про нижние свойства давайте расскажу чуть про бонусы, да, позже. Про бонусы чуть позже, пока механика. С молитвой понятно, да? Мы можем собрать какао, можем помолиться. Третье осталось действие, которое мы можем выбрать, это сделать основное действие планшета. И вот тут начинается все самое интересное. Да, здесь начинается все самое интересное. У нас есть три добывающих планшета. Это золотой, грубо говоря, каменный деревянный. И деревянный. У них принцип одинаковый, поэтому расскажу, например, как в камеру будет виднее его. Да, давай. На лесном. Когда приходит сюда мой работник, я смотрю минимальное количество, во-первых, сколько моих работников. В данном случае он один. Значит, у меня будет вот эта строка. Вот здесь один, два или три. Если у тебя здесь четыре, все равно вот эта строка берется. Вот. У меня один, значит, вот эта строка. Теперь я смотрю минимальную силу из всех моих сотрудников, грубо говоря. Один, значит, у меня будет вот этот столбец. На их пересечении я получу одно какао. Если бы у меня здесь был чувак силой 4, например, один, силой 4, я получил бы 2 дерева. Все просто. Да. После этого, как мы это сделали, вот здесь есть такой символ плюс кружочек. Это значит повысить уровень твоего работника на 1. То есть, если у меня сюда пришел чувак первого уровня, я получил 1 какао и повысил его на 2. Он теперь стал вторым уровнем. Понятно, да? С камнем и золотом примерно все то же самое.
Это вот общий принцип. Дальше. Давай тогда, раз коснулись про повышение уровня, расскажем про вознесение. Да, повышение уровня. Как вы заметили, вот здесь везде есть 1, 2, 3, 4, 5, а здесь грани 6. Вся фишка в том, что когда работник повышается до 6 уровня, он, так называемый, возносится к богам. Ну, типа того, да. Происходило на самом деле это так. Или его там скинули с этого... Возносись. Нет, сначала сердце вытащили, потом скинули. Да, ну, в общем, его приносят в жертву. Что при этом происходит? Он становится первым уровнем и начинает вот здесь, в дворце. То есть, грубо говоря, вам дают нового работника. На автовокзал приезжает новый гастарбайтер. Да. Первым. Потом вы продвигаетесь по дороге мертвых на один. И после этого вот это солнце сдвигается на один. И после этого мы можем выбрать бонус с кольца вознесения. Любой. Какие бонусы здесь бывают? 5 какао получить. Получить 5 победных очков. Продвинуться в любом храме на единичку, либо заплатить 3 какао и продвинуться в 2 храмах. Угу. В одинаковом, либо в разных, неважно. Ну, самое главное, еще самое главное, вот здесь у нас лежат еще 3 рабочих. Они сразу 3 уровня. То есть мы получим 2 какао и забрать отсюда одного рабочего. И он стартанет вон там. На автовокзал, да. Да, он идет на автовокзал, и теперь у нас в игре будет 4 рабочих. Но это, естественно, максимум, второй раз этот бонус уже выбрать нельзя. Угу. Хотя, по-моему, можно, но ты получишь просто 2 какао, но это смысл. Но это лучше взять. Да. Про вознесение, я думаю, понятно. Мне понятно, им не знаю. Я надеюсь. Понятно всем все, конечно. Вот. Продолжим дальше. Действия планшетов. Вот этот мы рассмотрели. Угу. Теперь давайте рассмотрим вот этот с домами, который. Вот этот мы тоже поняли, что здесь происходит. Теперь 9-й это архитекторы, они строят дома. Когда попадаешь сюда и выбираешь основное действие, опять же, платишь 2 дерева и строишь один дом. Берем отсюда домик. И кладем его на клетку в зависимости от того, сколько у вас здесь рабочих. Если один, мы кладем на крайнюю левую сюда. Если двое, на крайнюю левую сюда. Если трое, это. Чем отличается, и сразу получаем количество победных очков, которые здесь написаны. Все. Трынь. И продвигаемся по тропе мертвых. Да. На один. Все, тут... Очень просто. Поставили домик. И опять же не забываем прокачивать своих рабочих. Да, да, да. Здесь везде, где такой символ, прокачиваем. Я больше не буду об этом упоминать. Просто везде, где есть вот такой символ, значит прокачиваем рабочих. Если здесь будет 3, вы прокачаете сразу 2. Как и в других планшетах. Этим понятно. Возвращаем домик обратно. Теперь это понятно, технологии. Да. Когда приходите на технологии? Опять же, смотрится, сколько у вас рабочих. Если один рабочий, вы можете выбрать только из этих 3 технологий. Если 2, то из любого ряда можете выбрать. Или. Но. Да. Или. Если. И если у вас один рабочий 4-го либо 5-го уровня, вы можете также выбрать из 2. Но при этом он не прокачается. То есть ты можешь выбрать только из 1-го и прокачать его, либо выбрать из любого, ну то есть он не качаться. Но не качаться, понятно. Да, если придут двое, один в любом случае прокачается. Что делают технологии, вообще как это все происходит? Когда ты выбираешь технологии, например, я пришел сюда одним пацаном, вот так за 2. Я говорю, я хочу вот эту технологию. Платим его стоимость, 1 золотой, я отдаю золото, заплатил. Кладу сюда свою фишку, это означает, что эта технология уже мной исследована. Если здесь лежат фишки других игроков, например, ты уже до этого исследовал, ты исследовал до этого, тогда они получают победные очки. 3 победных очка за технологию, если у вас ее, грубо говоря, копируют. И продвигаясь в одном из храмов, если вот здесь, синий, красный и зеленый. После этого я получаю постоянный бонус этой технологии. Теперь давайте по бонусам, поехали. Давай.
Вот этот самый первый у нас еще такого не было. Каждый раз, через вот этот. Когда вы перемещаете работника во дворец или проходите мимо него, вы получаете одно кольцо. Как в Монополии. Как в Монополии, да. Старт прошел. Да, прошел старт, получил бабосики. Здесь получаешь какао. Либо здесь, ну, понятно. Ну да. Дальше здесь. Если вы выполняете основное действие на втором, третьем или четвертом планшете, это добывающие планшеты, вы дополнительно получаете одно какао и одно победное ночку. Здесь, если вы выполняете дополнительное основное действие на седьмом планшете, это украшатели, да, еще 4 победных очка. Ну, такое себе, да. Для тех, кто любит украшать, нормально. Здесь, когда вы повышаете уровень своего чувака рабочего, вы можете заплатить какао и еще вкачать на один уровень. Да. Причем не обязательно этого же, либо любого, который на этом же планшете находится. Ну, который не молится, естественно. Но они, видишь, уже по 2 стоят. Ну да. Дальше поехали. Вот это, когда ты делаешь пирамиду основное строить. Действие на 8, когда строишь пирамиду, получаешь скидку. Либо в одно дерево, либо в один камень. Угу. Ну, это полезно. И опять же, когда делаешь действие на 8 планшете, продвигаешься в любом случае. Офигеть. А вот вопрос. Ты можешь только одну технологию купить или сразу 2, например? Одну. 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 Все. Да, и приобретая технологию, качаешься, ну, в храмах. В храмах, да. Нет, ну тут все. Это говорил я, да. Ага. Что качаемся в храмах, это да, все. С этим понятно. Да. Теперь да. Самое веселое. У нас стоит два и украшения. Пирамида и ее украшения. Вначале разберем пирамиду. Здесь все просто. Опять же, от количества рабочих зависит, сколько кусочков вы сможете положить на эту пирамиду. 1, 2 или 3. И дальше уплачиваем стоимость этого кусочка. Если вы выкладываете на первый уровень пирамиды, первый это вот здесь, вот сюда выкладываете, это второй, вот сюда дальше третий, ну и так далее. Цена растет. За первый уровень 2 камня, за второй уровень 1 дерево 2 камня, ну и так далее. Угу. Дальше там все вырастает. Как раскладывать кусочки? Вы выбираете отсюда кусочек и пытаетесь совместить символы с теми, вот эти символы с теми, которые вы накладываете. Как выкладывать, кстати, кусочки? Вот здесь четко нарисованы квадратики, куда их можно выкладывать. То есть, грубо говоря, вот так выложить нельзя. То есть выкладываешь вот так, вот так, вот так. Дальше квадратики, на которые можно класть, ограничены вот этими крестиками. То есть на втором уровне вот, вот, вот и вот. То есть можно положить только вот сюда. Угу. Пока что. Пока что. Вот сюда, например, положить нельзя. И так далее. Дальше будет, ну вот, это будет угол, это будет, можно будет положить вот сюда, ну, когда будет все достроено. Естественно, на лесу строить нельзя. Как считаются победные очки? Например, я хочу положить вот так. Здесь у меня получается, что совпало 2 колонны. Вот они, накрывают 2 колонны. И маска. За каждый совпадающий символ получаешь победное очко. Если... Плюс за уровень. Да, плюс за каждый уровень. Угу. Чем выше строишь, тоже больше победных очков. Угу. За каждый совпадающий получил победные очки. Плюс здесь есть еще такие цветные морды. Если совпало, например, вот так. Я хочу вот эту положить вот сюда. Здесь у меня совпало 2 символа. Вот этот чувак и жаба. Цветастая, да. Да, ну это змей. Это пернатый змей, да. Но он зеленый. И значит, я в зеленом храме продвинусь на 1. Если бы красный будет, ну здесь такие... Ну логично, да. Ну, и когда соответственно, строишь, да. Ты подзаряжаешься вот сюда. Да. Да, что оно как... дает, это потом. Это при затмении. Да. Буду рассказывать затмение, расскажу. Да, как только построили кусочек, подвинулись. Если вы строите несколько, они здесь не обновляются, выбирайте из этих. Построили один, продвинулись, все заплатили, потом строим второй и так далее. И только после этого. И только после этого. Обновляется, да, в конце твоих действий здесь. В конце всех действий. Это понятно, да? Выложили, все хорошо. И вот этот планшет, это планшет украшений. Здесь от количества рабочих зависит ваша скидка. Если вы придете одним рабочим, вы не получите скидку. Если двумя, получите скидку в 1 золотой. Если тремя, скидка в 2 золотых. Платите вот эту стоимость с учетом скидки, если она у вас есть. Но если пришел один человек, 3 золотых. Платим 3 золотых, выбираем любую вот из этих 4 плиточек. Это украшение лестниц. У каждой пирамиды есть 4 лестницы, которые ведут к центру. Лестницы вот здесь вот представлены. Вот так, вот так, вот так выкладываются. Вот так. Как выкладываются украшения?
все правила точно такие же, как и здесь. За каждый совпавший символ, вот так, например, одно победное очко. Если этот совпавший символ еще и цветной, продвигаемся в этих. То есть вот здесь я в данном случае получу одно победное очко и продвинусь в зеленом храме. Здесь я не продвинусь, потому что он не совпал. Как их можно выкладывать? Их выкладываются снизу вверх. То есть на вот эти вот участки. Вот сюда, вот сюда, вот сюда и там выше, вот сюда. Если здесь не лежит ничего, я не могу положить его вот сюда. То есть начнем вот сюда. И следующий тогда уже, например, можно положить вот сюда. Угу. Вот, после того, как вы это все посчитали, еще три победных очка получили и продвинулись вот здесь. Все. Вопрос есть. Давай. Если я наступаю сюда, у меня есть дерево, но я не хочу покупать. Можешь не покупать. Не покупать, но больше потом не сможешь купить. Ну, понятно. Да. А, ты не обязан брать. Все хорошо. Тут одни маски лежат. Да, тут одни маски. Теперь самое интересное. Затмение. У нас есть календарь. Когда Солнце встречается с Луной, происходит затмение. Когда вот эта фишка двигается? Она двигается при Вознесении, я уже рассказывал, вспоминаем. И второй вариант, когда она двигается, когда последний игрок свой делает ход. То есть я походил, Славик походил, Фил походил и подвинул, и дальше. И так вот, то есть вот это все будет приближаться. Как только наступает затмение, после этого мы смотрим, на чьем ходу затмение произошло. Если оно произошло на ходу последнего игрока, то делается еще один полный круг, и после этого считаем очки. Если оно произошло не на ходу последнего игрока, например, на ходу Славика произошло затмение, мы доигрываем этот ход еще один полный. А в чем разница? Смотри, вот то, что он заканчивает, еще один ход, и то, что я заканчиваю, еще один ход. Чтобы у всех... Никакой. Нет, чтобы у всех было равное количество ходов. Просто смотри, если ты закончишь, будет вот так, и дойдет до меня, он уже не сможет походить. Чтобы у всех до подсчета очков было равное количество очков, ходов. Просто слушай правила. Да, просто так надо. Не пытайся вдаваться в логику, там все за тебя уже продумали. Да, там уже все просчитали. Так надо. Все. Игра закончится, как только произойдет третье затмение, либо построится полностью пирамида, выложится на четвертый уровень, тут же происходит затмение, последнее, и считаются очки. Угу. Так, единичка. Вроде все. Очки. Вроде все. Промежуточные, за что? Как? На примере давай. За что промежуток? Например, сейчас у нас затмение. Ну ладно, давай. Я думал, просто когда уже доиграем. Ну ладно, рассказывай. Потом за что дается? За продвижение по вот этой дороге. За продвижение по вот этой дороге. И за что еще? И все. За маски. За маски будет считаться количество одинаковых масок. Чем больше у вас одинаковых масок, тем больше победных очков вы получите. Все, а там множители мы уже на примере разберем. И еще самое важное, во время затмения нужно кормить своих рабочих. Да. Если вы не сможете прокормить рабочих, за каждое какао, которое вы не выдали рабочему, вы потеряете 3 победных очка. Да. Все. Все. Поехали. Первый игрок ходи. Я первый игрок. Я пришел вот сюда и собрал себе 4 плюс 1, 5 какао. Взял себе 5 какао. Так, я, наверное, сделаю... Пока тут такая халява, надо пользоваться. Так, а я заберу там 6? Почему? А, нет, там разные цвета, так считаю. Слышал на желательную шахту и первого уровня одно победное очко и прокачался. Я иду вот отсюда, раз, два, прыгнул вот сюда. У меня здесь 2 работника, значит, я смотрю вот по этой линии. Минимальная единичка, поэтому я получаю одно дерево и качаю одного из них до второго уровня. Хорош. Затмение. Двигаем. Да, в конце моего хода двигаем. Двигаем солнышко. И... Дэн. Деньги, Дэн, а золота у меня нет, понятно. А зачем тебе? Тебе не надо. Да вообще-то надо. Один там победное очко, не золото. Во, можно помолиться. Да, помолиться хорошо. Ты не дойдешь. Вот я дойду. А, ты красный, я на желтый. Я красный, да. Дойду нормально. Вот это хорошо. За одно какао 3. Раз, два, три, все, дошел. Раз, два, три. Пришел сюда, молюсь.
плачу одно какао. И делаю оба действия. И красный храм. Красный храм. Одно мне победное очко, пожалуйста. И за еще за одно, чтобы его взять, мне нужно потратить. Надо, да. Да, потратил одно какао, забрал себе вот это. Что значит вот эти бонусы? Ты говорил. Любой они, ресурс. Они, бонусы. Они лежат вот здесь. То есть, когда я его купил, и в любой момент я могу его перевернуть, да. Он будет одноразовым, и сделать вот это действие. В данном случае я получу 3 любых ресурса. Я тут же это делаю. Хотя нет, я всегда успею. Ну, да. Давай. Да. Так, хорошо. Новый я сюда пожалуй... уложу. Да, и сюда выкладывается новый. Так вот этот. Посмотрим. Вхожу. Раз, два, три. Пришли. 4 какао. На каменоломню. Да. Озвучивать золото. Действия бонусов мы будем, когда мы их будем брать. Да. Рассказывать. Потому что тут по все рассказывается. Я беру. Дайте мне один камень, пожалуйста. Славян, чтоб видел, что здесь 4 какао. 4 какао. Там да, за один за золотой. Да. И я прокачиваю до двоечки. Хорошо, мы пришли вот сюда, пум, за 2 дерева строю дом. А, конечно, настроил. Да. Конечно. Вот туда да, падает сюда, троечку. Мне 3 очка, у меня 4 уже, да. И прокачиваем его до двойки. Фиг. Солнце. 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 Ходи. Ты, блин, не успел кофейку попить. Так. Игра быстрая. Да, да, мне нужно динамичная. Золото. Как и все евро, и европейские игры. Золото, так, а сюда хотя бы одно. Да, а вот, все, что я туплю. А пирамидку мы красиво сейчас улучшим. Ну-ка, подожди. А, там морда, это морда. Все, отлично. А, стоп, я по дороге мертвых забыл пойти. Вот да, так, да. Извините. А, подожди, они на единичке стоят? Нет, нет. У меня они сразу вот была. Стоят. Они стоят вот здесь. Да, все. По нулям. Угу. У меня сразу 2 было. А, юзаю бонус. Получаю 3 голды. А, вот. А-а. Что? Он не может прийти. Он уже там стоит. Mm. Ему надо что-то другое делать. Сейчас этот у меня молится. Ай. Тихо. Еще я не рассказал одно. В любой момент своего хода я могу потратить 3 какао и освободить всех своих рабочих. Да, можно. Сказать им, либо хорош молиться. Да, ты можешь либо ход пропустить, ну то есть потратить на то, чтобы да. С молитвы убрать, либо за 3 какао всех тоже убрать. Да. Блин, 3 какао жалко. Ну ход сэкономить. Ну ход как бы ну, тоже. Да. Не, потом сейчас заберу же цацку. 3 какао трачу. 2. Вот этого освобождаю и хожу им вот сюда. Нас тут 3, скидка. У меня скидка... 2 золота. Одно платье. Плачу одно золото и беру вот эту, красивую цацку, кладу ее вот сюда. Да. Получаю 2 плюс 3 победных очка. Так, 2, 5 получается. Ну, 5, 6, да. 6 и... 2 храма. Ну вот это выложу сюда. Красный, зеленый храм. Красный, одно еще победное одно. Очко. Зеленый, одно какао. Одно какао. У меня есть. Угу. И одно какао. И прокачал одного чувака. Можешь пока ходить. Блин, вот кого из них троих? Пришел на строительство. Опа, первая пирамида строится. Да, я буду строить второй уровень. Какого взять? Вот этого прокачать или вот этого? Или вот этого? А, при какой вот из этого. 3 тебе больше нравится? Да. Пусть вот этот. Он самый верхний, типа он самый главный. Я трачу 2 камня. Кто наверху, тот и главный. Как одно где? Дерево. В камелате. И я собирался строить... Какие-то нетолерантные шутки у тебя. Погоди. На лап не играл, что ли? Кто наверху, тут и главное. Так, погоди. Нет, нет. Вот того это. Везут. А, вот, да. Вот, угу. Вот. И строю. У меня совпадает 3 символа из 4. Где пруфы, Славик? Нам нужны пруфы. И жаба тоже? Жаба не совпадает. А, ну тогда ты не продвинешься в зеленом храме. Ну, ему это не важно. Да, ну 6 победных очков, поэтому 7. Слабак. И я прокачиваю на двоечке. Смотри, как надо играть. И выходит новый этот. Смотри, Славян. Раз, два. Учись, пока я живу. О, господи, у меня нет столько дерева. У меня здесь 2 чувака, поэтому я плачу 2 дерева. Угу. Строю еще один дом. За 5 очков. Хорош мне там дорогу обытывать. То я же тоже и себе, я уже тебя догнал. А, я построил, поэтому я продвигаюсь. Да, ты пирамидку строил, а ты, Дэн, украшал. Я украшал, тоже мне тоже, да, продвиньте, пожалуйста, на имидж. Вот это вот нюансы, которые вылетают частенько. И я одного из них прокачиваю, тоже не знаю кого. Ну, качнем вот того, который правее. Хорошо. Я за правый. За правый. За правый. Сейчас нас закроют. Так, все, ходи. Оп.
Ходи. Так, у меня интересная ситуация, все три тут. Что бы мне сделать? Так, я там получу одно золото, а мне золото не нужно. Че? О, вон там можно пойти помолиться, там хорошо. Двоечка, я могу за одно какао получить 1-1. Блин, мне не надо. Во, я могу получить 3 какавы и за одно какао взять вон то. Да, все, отлично, вот это хорош. Я приду 1, 2, 3, говорю, что он молится, приходит сюда, получает 3 какао. 1, 2, 3. А, я вначале должен заплатить 1 какао, потому что я хочу сделать 2 действия. Это делается до того, как получаешь бонусы. Теперь я беру себе вот эту пипирку и получил 3 какао. Дай новую пипирку. На тебе новую пипирку, положи ее туда. Маски. Блин, маски запарили. Кому они нужны? Маска. Маски генерала Тоттепа. Все, да. Да, так. Ничего не забыл? Так. Нет. Мало. Там все просто. 1, 2, 3, я, пожалуй, куплю себе. О, технологи. Так, что? Я извиняюсь. Что дает вот эта штучка? Я могу вместо того, чтобы передвинуть одного, сразу двух передвинуть. Ну, использовав эту способность. Да, использовав эту способность. Я себе за одно это золото я использую только. Покупаю технологию, что теперь, когда я буду проходить через дворец, я буду получать... А, монополист, хренов. Да. Улучшай. А, я хочу, да, до троечки. До троечки. И это синий храм, поэтому... Так ты заколебал. Оп, один ресурс, я беру золото. Эх, дерева жалко не хватает. А так бы я бы сейчас вам устроил. Да. Что? Все бы устроил вам. А, ты сюда третьим пришел, 7 получил? Ну да. Ну да. Хорош. Но нет. Но нет. Нет, у меня дерево на этих. Я его не скоро получу. Ну мы типа поместье. Вообще немного подвис. Ничего страшного. Да можно пирамидку, кстати, построить. Да, да, я согласен, нет. Оба! Запрыгнул сюда. Строитель. Давай сразу его улучшим. Да, и это подвинем. Все равно не влияет ни на да, что. Да, и подвинем. Плачу ресурс, это 2 камня. Да. Чтоб на первом уровне построить пирамиду. Оп. Мы построим ее. Ох, ты ж плохо заходит. А, не, нормально, нормально. Ну, вот так у меня заходит. Вот так. 3 не лезет. А подожди, вот так. Если вот. Там проблема в том, что они сверху, а эти снизу. Да. 2 только. Да, 2. К сожалению, 2. Ну, я хочу обязательно улучшиться в этом храме, поэтому у меня совпадает вот это и вот это. Я получаю за первый уровень 1 и еще 2. Всего 3 в сумме. Да, получил. И здесь ползу на 1, получаю 1 какао. 1 какао. Солнце. Солнце. Солнце, солнце и луна. Я юзаю вот этот бонус. Вот этих 2 пацанов. Кладу вот сюда. Смотри, а это не как дополнительное движение? Это то есть во время движения ты его используешь? Смотри, давай. Воргинг. Перемещая работника, переместите еще одного работника с того же планшета на тот же новый планшет. Нет вопросов. То есть это основное действие, типа? Я делаю основное действие, нас тут 2, минимальная 1, 1 золото и качал на 2. Сюда откройте плитку. Все так. Ты там себе подготавливаешь, что тебе выгодно, наверное, да? Да, конечно. Там? А как же выходить? Разложил так, а сейчас надо вот этот выложить. Да, да, вот смотри. Так, а я попаду туда через 2 хода, значит, пока ему вот это, там мне потом. Да. 1, 2, 3. Теперь потом смотри. Во, видишь, я же тебе говорю, смотри, сейчас его возьмет. Смотри, они в монополию играют. Что это? Это лестницы и змеи. Это гусек. Это эти змеи и лестницы. Да. Пятнашки, короче. Ацтекские. На эту клетку прыгнул, тебе кинжал. Да, все. Там такие смертельные. Я ж смотрел. У Майя. Я ж подготавливал. Была игра в что-то типа футбола. Там да, такие. Локтем, они локтем только пинали. Да, кольца такие. И локтем туда надо было забить мяч. В это кольцо. Типа вся фишка в том, что у них были типа ритуальные игры. И та команда, которая проигрывала, победители убивают проигравших. Офигеть. Жестоко. Культур-мультур. Да. Так, ну а чё, в принципе? Развлекались, пацаны. Да. Если так в футбол выиграть. Мам, можно я сегодня не пойду на улицу в футбол играть? Сначала я построил первого уровня. У нас же 2. Так, это пойдет вот сюда. 3 совпадает. 3 и 4. Это 4 победных очка. 1, 2, 3, 4.
Одно построил. Так. Качнись. Да, и два камня заплатил. Два камня кидай и качнись. Качнуться. Да, на трой. Троечку. Угу. И второе я строю. Сейчас, что там осталось? Красиво так они. Ну, надо с ним качаться, поэтому вот это будем строить. Так, чтоб совпало. Лица не лезут, эти не лезут. Ну давай просто вот сюда вставим. Еще два очка совпадает, лицо и статуя. И это синий храм. Поэтому сначала... Давай не будем строить на этот, на отвали. Строй основательно. Что значит пусть будет? А потом разрушится у нас и пирамида. Три очка. Потом. Турист какой-нибудь упадет. Три очка. Два камня еще. Двигал себя здесь? Нет, вот теперь двигай. А, стоп. Раз построил, два построил. Нет. Вот. А, нет, три. Я ж три. Три, до этого еще строил. Да, три. И я... А, и в синем храме прокачался еще на один. Еще одно золото. Красавчик. Вот жадюга. Все. Мой ход, да? Да. Мы пойдем вот сюда. Возьмем за двоечку одно золото. И подвинем вот эту штуку. И прокачиваем его до третьего уровня. Да. Угу. Блин, а можно я... Можно. Нет, все. Подвинь солнце только. Я подвинул. Подвинул, хорош. Я беру чувака второго уровня. Раз, два, три. Здрасте. Я беру, как ветер петь. Семь. Че? Я беру, как ветер петь. Что тебе не нравится? Там два стоит. Нет, это дорого. Мне это на деньги. Я тоже возьму вот эту. Хотя один какао, это не о чем. Вот эту возьму. Ты учти, сколько раз ты будешь пересекать вот этот? Мало. Да ладно. Каждым работником. Все, тихо. Ну да, он решил. Ну да, я... Одну голду отдал. Продвинулся в красном храме. Еще два победных очка. Два победных очка. И грейнул на троечку. Новый выложить. Да. Угу. Грейнул чувака на троечку. Все, ходи. Славян. Ну, я думаю, это надо делать вот так. Раз, два, три. Угу. Второй уровень. Беру одно золото и прокачусь на троечку. Все. Запрыгиваем сюда. У меня здесь два чувака третьего уровня. Я беру два золота. И этот у меня становится четверкой. И на солнышко. И солнце двигаем. Солнышко. У меня все просто. Вот этот вот одинокий одиночка. Приходит раз, два, три сюда. Теперь у нас здесь двое. Угу. Я беру свою любимую технологию за две голды. Купил. Положил туда пупырку. Теперь, делая повышение, я могу заплатить какао и сделать еще одно повышение. Угу. Все. И продвинулся в синем храме. Успел таки меня опередить. Ну ладно. Так, Один любой ресурс. А у тебя там два чувака, да? Да. Смотри. Раз, два, три. Пришел на тот. Поэтому я тоже хочу купить себе это улучшение. Мужики, а? Три победных очка мне, пожалуйста. Раз, два, три. Ага. Два золота заплатил, штучку положил. Ну, как-нибудь. Да кидай, кидай. И в синем храме. Я теперь прокачиваюсь, потому что у нас двое до третьего уровня. Да. Я что же еще одного должен был прокачать? Да. Вкачал на четверочка, и я плачу одну какао. И сразу делаю еще тоже четверочку. А нет, даже лучше пятерочку. Блин, я... Чё вы, давайте по очереди, я чё... Я тоже заплатил какао и... Вот вы какие... А, и я продвинулся в синем храме. Да, вот это не забывай. Оп. И ещё раз. И ещё раз. И два ресурса, ну, сразу использую. Это две прокачки за одно какао? Да. И я беру два ресурса, нет, два... Давай! Нам нужен синий храм. Синий храм. За два золота. Давай. А синий храм, красавец, он там лежит. Вот туда нам надо. О, туда мне надо. Блин, кто мне за язык? А, подождите, я пересек раз, два, два три, я взял раз, одну какао два. За ага. Свою свойство. Да. Хороший вариант, спасибо, Денис. Раз, два, на молитву встал, какао плачу. Да, и еще плачу. Одно какао. Синий. За что синий. Тебе? А, чтобы купить вот эту да. Штуку? Да, пятерку сбросил, четыре взял. Я так понимаю, синий и синий, правильно? Да. Синий раз. Подожди. Здесь качнулся, беру камень.
Теперь вот это скидываю. Еще раз в синем расту, беру камень. Пинь. Дайте улучшение. Пинь. Угу. Маска. Маска. Еще и за два ресурса. Дурацкая маска. Идиотка. Да не нужна. Да. Согласен. Ходи. Так. Сдвигаемся. Двигаем солнце. Так, где-то надо еще разок в синем храме подрасти. Пойти дерево себе взять. Одно. Не нужно. Вот сюда можно. Вот. Три. О, нет, вижу, у меня три. Я вижу. Да не видишь ты. Нет. Закрой глаза. Да ты его заберешь сейчас, конечно. Хотя зачем тебе это? Ты все равно не успеешь туда. А куда? Вот туда? Где? Да ты че? У меня вон там. Здесь ты меня уже не обгонишь. Не обгоню никак. Поэтому я даже не парю. А можно назад отступить? Нет. Сходи с вон там что-то. Я жду. Уже и заюзал даже. Это ходит. Один. О, я могу что-нибудь построить. Пирамидку. Пирамидку. Есть там вот красный храм, например. Есть куда его положить? Даже если я вот это на второй левел припиндорю. Так. Ну это будет всего одно. А если сюда? Хлоп. То два будет. Все, нормально. Тогда идем сюда. У меня в голове, наверное, знаешь, происходит хлоп-хлоп-хлоп, топ-топ-топ, плюс 2, плюс 3, плюс 1, хлоп-хлоп. Да. Ходи, мартышка. Подожди, мартышка. Я пришел сюда. Сразу его вкачаю, пока чтоб не забыл, где четверочка. Да, и двинь сюда. Кинул какао и стал пятерочкой. Подвинул. Вот эту беру, кладу его вот сюда. Две совпадают, вот это и вот это. В красном храме вырос. И в красном храме у меня вырос. На 2. Это 2 очка за красный храм. Теперь 2 совпало. И 2 уровня я построил. Это еще 5. И заплатил я за все это кровью. Все. Два камня, одно дерево. Вот здесь продвинули меня. Я заплатил. Да, все. Скучно. Есть, да? Да. Давай. Хожу. Раз, два, три. Угу. Трачу 3 золота. Заплати. Так, я что там хотел взять? Блин, пирамиду надо строить. Где же было? Да тут много множитель маленьких. Была... А, стой. Ну где? Я ж только что видел. Что там, надо? Надо построить красиво. Зиккурат. Ну блин, что-то сломалось. Ну что-то не то увидел. Пока. Что-то не то, да. Я говорю, что ладно, сейчас. Ну вот эту пипку можешь положить вот сюда, будет 2, и в синем прокачался. Да. Так, 2 очка плюс 3 это 5. 19. Ну, подвиньте. Так, я прокачался в синем храме. Давай. 2 ресурса. Давай любых. Угу. Давай, Лёва, наверное, убежал по синему. Да, синим. Ну, синий самый лучший храм. Дерево. Ну, в данном случае мне нужен красный. И одна прокачка. В данном случае я буду в красном. Я вознесся, ребят. Давай. Так. Первое вознесение. Сюда подвинулся. Да, вот это подвинули. Вот это подвинули. Забрал. Естественно, беру награду. И два какао. Какао, ну, здесь возьму. И у меня новый рабочий 3 уровня. 3 уровня, да. Все так. Мой скоро тоже вознесется. Идем сюда. Занимаю вот эту ячеечку. Плачу какао. Расту в зеленом храме. Одно какао забрал обратно. Забираю вот эту штуку. Зеленый. В синем храме сразу ее использую. В синем храме поднимаюсь на 1. И за одно какао покупаю вот эту штуку. Тут у нас открылось переместиться на любую ячейку любого. Все? Да. Ты подвинул после в конце своего хода. Нет. Сразу не использую. Угу. Все, окей. Теперь мой. Идет вот сюда. Раз. Ну, давай думай. А у меня вопрос, когда я их поставил сюда, я должен был взять вот эти какао или нет? Что? Это перемещение считает. Нет, смотри. Когда наступаешь и когда переходишь. Да. А я ж не перешел, это они появились. Не-не-не, это когда вот ты двигаешь. А, именно хожу. Все, да. Не считается, значит, все. Нет. Давай. Вот здесь же, да, я стою? Да. Нет, не здесь. Здесь. Как не здесь? Здесь ты же здесь строишь. Я отстрою. Да. Раз, два, три. Оп. Петифан. У меня 2 золота. И аллилуйя. Ну, естественно, вот так. И поднимись. И да, вот здесь я забираю эту масочку. Нет, спасибо. Забираю, оставь ее себе. Гад.
Чтобы ты потом, вы там кайфу какую-нибудь взяли. Не-не-не. Так, подожди, я запутался. Так как я здесь сделал действие, а у меня вот такая штука, я получил еще одно победное очко и одно какао. Это ж правильно, четвертое работает. Да, да. Вознесся, бонус получил. Эту подвинули за вознесение? Да. Подвинули, там прошел. Все, давай. Угу, хорошо. Так. Ну, короче, твой ход, его ход, и потом еще по одному, и все. Будет мини. Один момент. У меня какав не хватает, что ж делать? А, не, нормально. Ну, мне тоже все нормально. Ой, я, наверное, не мудрствую лука, хотя... А, не, у меня будет, если я здесь делаю, будет четвертого левела. Что, гадина. Четвертого левела. Дерево мне не фигня, нам такое не надо. Ой, я вот сюда могу прийти. Так. И что у меня? О, это золото возьми, просто. Славян, а сюда что выложи, происходит? Улучшение сюда выложите? Выложить. На. Да. Вытолкни. О, 4. Масочка? Нет. 4 победных очка. Я думал, волшебное. За одно сочное дерево. Сочное. Фигня. Что происходит, спрашивает. Нормально. Дерево поменять на 4 очка. Нормально. Фигня. Когда дерева много. Ну, да, ой, сделаем проще. Просто пойдем. Дерева много не было. Раз, ну, два, извини, три. Ты вот здесь 2 дерева меняешь на 2 победных очка. Я беру золото. Вообще обалденно. Одно золото и прокачиваю до 4. Так что нормально. Следующий? Сказал заведующий. Он самый. Раз, два, три. Четверку занимаю вот здесь. Не буду улучшать ее. Плачу одно, два золота. Так. Два золота. И тоже хочу вот эту технологию. Нам по три очка получите, пацаны. Кстати, по три очка сейчас. Раз, два, три. По три раз, два, три. И я, поскольку увеличился в размере, я заплачу какавку до 5 сразу. Да. Все, теперь давайте. Теперь можно я доиграю. Если ты свой ход не успел это сделать, то не будем. Я тоже там прозевал, но хорошо. Давай. Теперь я трачу вот этот бонус. Увеличиваю раз. Увеличиваю два. Вознесся. А подожди, я могу, любого ж могу, да, прокачивать? Либо одного, да, ты можешь одного и того же. Четверка здесь была. Четверка была. До 5. До 5 плюс технология, все. А, этих я не могу качать, потому что они молятся, стоят. Тогда нет вопросов. Использовал вот эту штуку, до 5, до 6, он у меня возносится. Это все я использовал. Бери масочку. Давай. Сейчас. Сюда единичка ставится. Я плачу одно какао, чтобы его до двойки. Правильно? Могу же так? Подожди. До двойки. Ну, по технологии. Это, ну, получается, типа, новый рабочий. Новый рабочий. А если у тебя... Смотри, там все, как работает? Понял. На том же планшете. А-а-а. То есть на этом планшете у тебя уже нету. Он апгрейдился на этом планшете, там четко написано. Поторопился на этом же планшете. Тогда. Ну ладно, хорошо, не суть. Все, он вознесся, я, естественно, иду сюда на один. Маску брать... Да бери, классно. Вторую я такую вряд ли найду, маски херня. Не буду брать маску. Беру вот этот бонус, естественно, рабочий третьего уровня сюда у меня попадает. И два какао. Тин-тин. Все, ходите. Да. Вознесение я поставил уже на эту. Ну, то есть она должна вот сюда прийти, нет, у нас... Нет, вот сюда только пришла. Это за вознесение, а потом в конце его хода. Ну, короче, не важно, оставь. Ну, не суть, мы сейчас играем круг, и у нас вот, затмение. Вот сейчас, да, на его ходу было затмение, поэтому мы играем сейчас по одному разу, и все. Да. И, ну как, все, считаем очки. И все. Да, я все-таки пойду на технологии. Дай мне первого, да, наверное. Да. Раз, два, пришел сюда. Но я возьму из первого ряда вот эту. Нет, вон ту. Вот эту хочу. Два голды. Две потратил. Освоил вот эту технологию. Вот эту технологию освоил. Теперь поднялся в зеленом храме. Один какао получил. Вот, теперь я их прокормлю. Вот. Комба. Комба пошла. Все. Все, слава. А, прокачать пацана.
прокачал пацана до второго уровня. Подожди секундочку, я сейчас посчитаю, смогу ли я... Бомж, если я до этого до третьего уровня догоню, мне на кормежку 4 какао нужно. Да, я трачу какао и его еще до третьего уровня. И у меня получается 1 какао, 1 какао, 1 какао и 1 какао. Все, угу. Отлично. Угу. Кормежку я себе обеспечу. Угу. Ходи. Я смотрю просто. Теперь, когда я буду улучшать лесенки, я буду еще 4 побеждать. С помощью этой технологии ты того же самого не можешь сразу же качнуть еще на один за одно какао? Можешь, но он у тебя, ты, он тебя доходит, как только доходит до 6 уровня, ты его прокачал этим. Не-не-не, я сейчас не про ту ситуацию. Можешь. Я вообще в принципе спрашиваю. Да. То есть вот я пришел, здесь качнул Смотри. Его, заплатил какао и сразу же его до следующего уровня качаю. Да. Правильно я понял? Да, все так, все так. Смотри, увеличив силу одного или нескольких работников в результате выполнения основного действия, вы можете отдать одно какао и еще раз увеличить силу работника на том же планшете действия. Всего же самого нужно. Все. Можно. Раз, я перехожу мимо, поэтому беру себе какавку. Ага. Два, пришел. И у пятый уровень беру два камня. Так. Возношусь, шестерочка. Ну, сразу единичка. Аллилуйя. И я выбираю награду. Идешь вот здесь. Да, сюда не забывай. Пошел. И награда. Награда. Это стоит 3, правильно? Смотри, человек маски нет, к успеху. Да. Это стоит 3 какавы, да. 3 какавы. Раз, два, три, 4. Да, нормально, ты прокормишь. О, отлично. Я трачу 3 какавы, чтобы вознести в двух храмах. Ну, я выбираю раз. Два победных очка. Раз, два. И два. Ресурса. Беру два ресурса, возьму два золота. Угу. Мы ничего, блин. Я пошел. Походу, наши пророчества сбываются. А, и сто... Ну что? Подожди. А, все нормально. Все. Раз, два. Буду строить пирамиду на первом уровне. Два камня плачу. Здесь пошел. Этого улучшил. 4. Будем строить. Давай. Это вот это мне, по идее, не подходит. Вот это, по-моему, подойдет. Да, вот она. Вот совпало раз, совпало два, совпало три. Три плюс один, 4 очочка. Ясно. 4. Все, здесь я все подвинул. Хорош. Здесь выкладываем. Подвинул. Все, и у нас затмение. Затмение. Считаем очки. Считаем очки. Поехали, с самого начала. Умножаем, как считаются очки при затмении. Поехали. Это вам не рассказывай, сейчас я уберу, чтобы не дотеть. Дорога мертвых сначала, да? Да, сначала дорога мертвых. Мы смотрим минимальное значение вот здесь, которое. Умножаем его на ступень, на котором... Позицию, да. Итак, начнем с нижнего, Славик. У него на второй ступень 24, 8. 24 плюс 8, 32. 32, да. Нам по 12. 3 на 4. 23 плюс 12 это 35. 35. И мне плюс 12. 16 плюс 12, 28. 28. Что-то я опаздываю. Ну ладно. Есть. И откатываемся назад. Или нет, здесь не, все остается. Вот это здесь откатываемся. Теперь смотрится, кто здесь лидер. Здесь 4. Лидер Славик получает 4 победных очка. 36. Здесь есть. Угу. Теперь умножаем нашу позицию на специальное количество очков. Здесь они расписаны. Там, по-моему, чип. Если мы играем 4. Оно написано вот, Дэн. Вот. 4, 3, 2, 1. 4. Да. 4жды 2 это черный и желтый, ой, красный. Это 8. 8. 35 плюс 8, 43. Да. 28 плюс 8. 36. 36. И мне? И тебе 3жды 4. 12. 12. 48. Поставьте меня. Ты смотри, что творит. Вырывается вперед, уверен. И вот на это единственный трек, на котором все откатывается. Мы возвращаемся на 0. Да. Маски? Нет. Масок ни у кого нет. Посчитали про маски. Теперь кормим пацанов. Кормим пацанов. 4. У меня раз, два, три, 4. Из-за этого еще плюс 1, 5. Да. Как всех кормятся покормим. Пацаны? За рабочего первого, второго и третьего уровня должны отдать одно какао. За рабочего четвертого и пятого уровней по 2 какао. Угу. У меня раз. 4 какао. Одно. У меня то же самое, все пацаны маленькие. Все бомжи. Да. Все, окей. Все.
Так, теперь белая фишка возвращается на ноль. Вот это теперь начнем с 10. Сокращается. Следующее затмение будет чуть раньше. Ход становится короче. Угу. Твой ход. Времени все меньше и меньше. Поехали. Блин, что делать? Вот у меня сейчас такая же проблема, что делать. Раз, два, три. У меня нет трех голды. В синем храме надо продвигаться. Где-то, да, тут нигде не продвинешься. Вот там за одну голду. О, отлично, все, мне нравится. Да? Да. Раз, два, пришел сюда. Вкачал. Вот, блин, у меня какао нету. Какавка. Ну ладно, ничего страшного, какавка закончилась. Какавка. Да, пришел сюда. Хочу вот эту технологию. О, я получаю 3 победы. Да, пожалуйста. За одно золото. И вкачал кого-нибудь одного. Даже не знаю, кого, пусть будешь ты. Сегодня ты мой любимчик. Так. Я тоже похожу. И продвинулся в синем храме. Да. Подожди. Да, простите. В синем храме это вот здесь. Один любой ресурс. Вот это да. Вот это да. Золото. Мне сейчас золото нужны. Пирамиду сами стройте. Так, я хожу. Да. Раз, два. Пришел сюда. Нас тут двое, поэтому я хочу технологию второго уровня. Да. Плачу 2 золота ради вот этой технологии. Ах ты, гад. Теперь я буду продвигаться по храму, когда буду строить пирамидку. Офигеть. Поэтому я продвигаюсь по зеленому храму. Одна какавка. И я прокачиваюсь, правильно? Ну, за какавку. Да, нет, прокачиваюсь. А теперь за какавку. Теперь за какавку. Сумасшедший. Хотя... Ну что ты, давай. Давай, на четверочку. Где там четверочка? Давай, я поставлю. Поставь, спасибо. Ну, тут... О, так, да? Да, да. Нет. Очень смешно. Я знаю. Я такой юморист, такой юморист. Да. Давай. Так, пошел. Пошел вон. Раз, два. Хочу собрать какао. Здесь есть 3 цвета. 3 цвета. 3 плюс 1, 4 какао. Да. Все, ходите. И ход слабака сейчас просто был. Так. Меня? Мне какао надо. Строить? Не хочу ничего строить. Ненавижу. Так не строй. Так не строй. Прийти сюда. О, помолиться можно. И вознестись в одном храме. Вот это тоже прикольная, конечно, тема. Но у меня нет какао, чтобы его оплатить. Собирать какао мне особо негде. О, я могу того типа просто бесплатно освободить. А он потом придет туда, соберет какао. Потом... Да, я бесплатно освобождаю. Угу. А я прихожу и собираю какавку. 4 тоже. 4, ну, 5. 5. Там еще. А, тут я добавился, да. Е-бой. Кто-то тут толпа пацанов такая стоит. Так, мой ход. Там технологии изучают. Идет там школа, короче. Раз, два. Тоже еще один пришел в школу, но не за какао. Как? Меня здесь двое. Да. Я хочу вот эту технологию на самом деле. Хорошо. За одно золото. Ну, тебя на другие не хватает. Да, одно золото ставлюсь вот сюда. Да. Денису Красному. Раз, два, три. Денису Красному. Прекрасному. У меня улучшается пацан. Да. Вот этот до двоечки. Плачу какавку, улучшаю еще раз его до тройки. Хорош. Солнце. Двигай солнце. И я хожу. Да. Вот этот пацан приходит сюда, собирает какавку. Тоже 5 получается, да? Пацаны, здорово всем! День какао. День какао сегодня. Все, ходи. Все, хожу. Так, раз, два, три. Дратучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камни далеко теперь, ё-моё. Камни далеко. Тут все не очень. Пирамида как-то не складывается пока. Угу. Конечно, столпили все в одну. Знаете, я, наверное, пока решил сделать идиотский ход, но я тоже сюда приду. И соберешь какао? Нет. Я потрачу одно золото, чтобы фотографировать надо. Купить себе тоже вот эту технологию. Там все фотографируют. Всем по 3 добавьте себе, по 3 очка. Ей! Вот эту технологию. Раз, два, три. И мне, пожалуйста. Подожди, это Славик. Это я, раз, два, три. Ему не надо, нам надо. Раз, два, три. Еще минус 3. Раз, два, три. И мне вот этого прокачиваю до двоечки. Не-не-не, Славик. И плачу одну какавку. Ага. Четверку на пятерку поверните, пожалуйста. Четверку на пятерку. Окей. Да не вашу, мою. Не обманешь, смотри. Что же делать? Давай.
что делать? Ну, я знаю свой ход, например. Я вот думаю теперь. Ну, ладно, будем дерево запасать. Дерево тоже понадобится. Сюда пришел тройка. Получил одно дерево. Улучшился до четверки. А, еще вот по этому свойству. Угу, это да. Двоечка. Я получаю одно какао. Одно победное очко. Оп. Улучшился до четверки. И? Плачу какао. И до пятерки. Пятеркой стал. Пищ. Угу. Солнце. Солнце и луна. Бум. Солнце и луна. У меня все просто. У меня вот этот самый слабый из магикан. Раз, два, три. Приходит сюда и молится. За одну какао я хочу сделать оба действия. Четыре себе сдачи взял. Вот эту себе забрал, пипирку. Это теперь означает, что когда я буду делать действия в пятом, шестом, либо восьмом, у меня будет считаться дополнительной рабочей. Но, опять же, это одноразовая тема. Одно какао я заплатил. Сюда на всякий случай новую выложили. Опять маски. И продвинуться в любом храме. Мне нужен вот этот храм. Я сделал голду себе. Я, да? Но я, пожалуй, сделаю пятерочку. Прихожу вот сюда. А, чувак, она любовь. Угу. Построена на первый уровень. Просто надо хоть как-то хоть что-то достраивать за два камня. На самом деле разница тут, они все отстойно сложились, поэтому. Давай, открывай, открывай. Да, да. Я так и понял, ты ждал этого момента, да? Конечно. Ну, вот это построено, наверное. Тут у нас совпадает ящерка и камушек. Это в сумме 3 победных очка. Начислено 3. Раз, два, три. Плюс дальше что делается. Поскольку у меня технология улучшена, я прокачиваюсь в храме, я пойду вот сюда. Еще 4 победных очка. Раз, два, три, 4. И я... Установить его. И подвинуть его. Вот так. Да, подвинуть. Нормально, нормально сейчас. Я прокачиваюсь до шестерки. Вознес единичку сюда. Фу. Вознесся. Вознесся по этому треку, да. Пришел. Будешь маску брать? Нет, конечно. Ну, пошел. И я заплачу еще 3 какао, чтобы прокачаться. Вознесение двигается. Да, да. Да, 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 двигается. Я в двух храмах. Раз, два, еще 6 победных очков. Еще 6 очков. Начисли, пожалуйста. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вот это комба пошла. Ну, вроде теперь... Все? Уверен? Да. Может, еще подумаешь? Нет, точно. Ну все, тогда сиди. Можно ходить? Да. Троечка пришла сюда. Два пацана. Минимальный тройка – это 2 дерева. Качаем пятерку до шестерки. Угу. Он у нас возносится. Угу. Ставим его сюда. Двигаемся по этому треку. Раз. Это сдвигаем сразу, да. Короче. Так. Теперь я хочу доплатить какао. А, ну стоп, давай за вознесение бонус выберем. Да. Блин. За вознесение я беру вот этот за 3 какао. Не буду туда пацана качать пока. Чтобы дважды подрасти в храмах. Да. Растем вот здесь, беру 2 камня. Растем еще раз вот здесь, беру еще 2 камня. Вот кто вам будет строить пирамиду, детки. Вроде все. Все устроить. В конце продвинул луну в конце своего хода. Вроде все. Очки начислили, нет? Или за очки за что? За что? А, что? А, все, нет. Я вознесся, выбрал этот бонус, очки мне не нужны. Да. Снимай тогда, если не нужны. Я прозрел. Я вознесся и прозрел. Я пришел сюда, молюсь. Заплатил одно какао. Слышь, потише там молись. Это лес. Я все слышу. Странная молитва. Йо, отдам лепрекону 1 золото, и он мне даст 4 какао. Вот, но я пока не буду его использовать, он у меня просто лежит. И в красном храме продвинулся на 1. И забрал вот этот бонус. Этот бонус значит, что я могу взять чувака и передвинуть его на любую клетку. Опять маска. Дурацкая. Ну, кстати, вот совпадает. И новый бонус давай откроем. Да. Здесь продвижение в красном храме. Можно дважды, кстати. Да. Хорош. Ну только выгнать меня надо. Да, это слишком много какао требует. Да. Так, все? Все сделано. Да, я сходил, ходи. Я хожу, да? Так. На самом деле мне сейчас очень нужно. Я пришел сюда, и это сколько какао? Раз, два, три. 4 какао. 4. Да? 4, да. Блин, а мне какао надо.
Ну да ладно. Все, я хожу, да? Да. Ладно, без какао проживем. Хотя чего? Кола Као, чемпион среди какао. Или взять все-таки, а? Не, давай мы подготовимся, наверное. Чтобы возноситься эффективнее. Мы пойдем вот так. Раз, два, соберем какао. Раз, два, три, четыре. Солнце. Вознесенец. Все? Да. Я делаю все просто, за бесплатно освобождаю пацанов. Угу. Я хожу на... Один. Так. Строй пирамиду. Я не устраиваю эти тайлы. На самом деле... А, ну и пока мой ход, я вот это поменяю и возьму 4 какао. Угу. На самом деле... Блин, скоро кормить надо будет. Да, ё-моё. Да? Вот поэтому я на всякий случай кину. Так, надо будет вот этого вознести до того. Нужны ли мне эти непобедных очков? Что ты бубнишь? Давай, ходи. Я строю заговор, понимаешь? Не надо. Надо кого-то убить, что-то сделать. Поэтому просто вот троечку вперед. Раз, два, три. Угу. Прибежал и просто собрал. Собрал еще. Какао. Да, собрал какао. Три. Три. Почему три? Ну, потому что два цвета. Два плюс один. Дайте мне еще три какао. Я досчитал, я же пересчитываю. Да. Так, все. Грузбух, так, какао, плюс два. Дебет, кредит. Поехали. Раз, два, зашел двумя пацанами. Одного вкачал сразу вот этого на пять. Доплатил. Ну, ладно, давай по очереди. Давай по очереди сейчас. Потом прокачка, все как положено сделаем. Вот так у меня два пацана, поэтому я дважды буду... строить пирамиду. Mm-hmm. Первую мы строим, короче говоря, на уровне 1. Будем экономить ресурсы. Так, вот это у нас 2. 2, не суть важно. Короче говоря, ставим вот эту хрень вот сюда. Чтобы вам не закомбилось там. Мне не нравится, как хитро он там шипит. Вот так. Вот так у меня совпадает 2. Вот да. Этот, вот этот, вот этот, вот этот. Да. То есть 3 очка. 3 очка, на числе. Раз, два, три. Плачу за это 2 камня. Раз. Да. Второй будем строить. Ну, что-то вообще отстой какой-то. Ну, так, а на втором уровне что у нас получше? Мне я могу и на втором уровне построить так-то. Я тебе могу посоветовать даже. Хочешь? Ну-ка. Вот. Там 4? А, нельзя. Там нельзя, это там стык. Да, ты да. Ж смотри, да. Да, что я за них забыл. Так, это тут этой морды нет. Вот этой морды. Короче, оно никак не лезет. Можешь первый уровень один. Да. Я тебя умоляю. Вот, кстати. 3, по-моему, да, совпадет. А? Куда? Нельзя так. Не, вот так я смотрю. Куда? Кручу, верчу, обмануть хочу. Нет. Понял. Нет. Вот так 2. Нет. Ну тут ты максимум 2 получаешь. Mm-hmm. Вот там, смотри, морда. Ну там тоже 2. 2, короче, максимум у тебя что может быть. Ну вот так, короче, поставим ее. И одна будет. Вот так, да? Ну один будет, зачем тебе это? Как один? 2. Ну, почему 2? Блин. Сложно. Вот сюда, вот эту ставь, будет 2. Ну да, вот так получается. Или вот эту, морда и вот эту. Да, без разницы. Ну, давай, выбирай, вот какую хочешь. Вот так у меня совпало вот это и вот это, вот это. Все, давай. То есть 2. 2. Плюс за второй уровень 3, это 5 очков. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Плачу, ну не дыши мне спину. Плачу ресурсы, одно дерево, 2 камня. Я пошел дважды, построил эту пирамиду, поэтому раз, два. Есть. Чего тут мне настроение? Да, выкладывай 2, теперь прокачиваем. Да, да. Вот этого пацана прокачиваем. Раз. И за какавку мы его, аллилуйя, возносим. Вознесли? Поставили. Вознесли. Я пошел по тропе жизни. Так. Смерти. Этот падает сюда. Вознесен. В качестве бонуса мы возьмем 5 какав. 5 какав. Ну да, уже близко. И конец хода. Конец хода. Да, еще, но пока еще нет. Пока еще держим. Значит, еще 2 будет хода. Да. Да. Так. А, во, сейчас теперь буду крутить комбо. Смотри, вот эту штуку юзаю, беру любого и беру любого вот этого, кладу его вот сюда. Блин.
Теперь хожу. Беру вот этого пацана. Раз, два, три, прихожу сюда. Нас здесь трое, у меня со скидкой 2 за 1. Да. Улучшаю храм. Продвинулся вот здесь. Так. Потом... Что строишь? Что строю, я тут что-то присмотрел. Синий храм мне нравился. Вот этот. Синий, лег на провода. Куда-то я его тут, вот сюда я хотел. Или вот туда можно даже положить. Ну тут по барабану. Ну да. Здесь я, может, кому-нибудь кайфы устрою, а тут, видишь, непонятно, что будет. Двоета не будет. Ну, кстати, да, давай вот сюда. Пусть уже с подножья начнем. Итого, у меня один совпало, это одно победное очко. Начисли. Давай сейчас по порядочку. Одно совпало, потом в синем храме я продвигаюсь. И берешь это. Берешь бонус, опять подвинуть кого-нибудь куда угодно. Три победных очка за ступеньку. Раз, два, три. Здесь я подвинулся. Плюс, когда я делаю в седьмом, у меня еще четыре победочка. Раз, два, три, четыре. Теперь прокачка. Одного я прокачиваю до пятерочки. Прокачиваю до пятерочки и плачу какавушку. И аллилуйя. Сюда единичечка пришла. Награда. Теперь... Храм. Два любых. А, еще будет один круг, я где-нибудь какао возьму. Все нормально. За три какавы я продвигаюсь в двух храмах. Первый храм это вот этот. И три победных очка, пожалуйста, дайте. Раз, два, три. А, второй. Хотя. Подожди, это второе, да, затмение? Да, второе будет. Давай вот так, а то я могу про это вот все. И еще три победных очка, пожалуйста. Раз, два, три. Три. Все, ну а там я какао где-нибудь найду. Где же взять камень? Вознесся, сделал. Вот здесь продвинулся за вознесение. А вот эта пипирка пришла сюда. Теперь мы доигрываем ты и ты, и еще по одному ходу. Угу. Да. Сейчас момент. Ходи. Так, все, теперь надо комбу провернуть так, чтобы... Ну, да, пришел в строительство. Единичка. Так, строю один блок. Но, мне кажется, довольно забавен. Вознести надо кого-то. Вот. Что надо сделать? Как за два камня. Первый уровень. Это совпало три символа. Плюс один из этой. Дайте мне четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. Плюс, поскольку я... Улучшаю в храме, я, значит, строю пирамиду, улучшаюсь в храме. Дайте мне еще одну победную очку. Нате. Дальше. Да и все получается. А, ну и вот здесь подвинулся, потому что строил. Угу. И вознесся до двоечки. Вознесся. Ну, в смысле, улучшился. И за какалу... Прокачал скиллс. И за какалу троечку. Выложил новый, все, да. Погнали, наши городских. Раз, два, три. Пришел двумя чуваками, единичка, ну, да. Козлина. Один деревяшка взял, улучшил вот этого до четверки. Трачу какао, качаю до пятерки. Тум-тум-тум. Конец хода. Можно вопрос? Еще круг. Смотри, я хочу... наверное, не будет действовать, да? Если я хочу вот этим действием перенести вот того пацана вот сюда, то есть получается он прошел вот так, и вот этот я пересек. И мне вот это положено или нет? А? Ну ты из него выходишь. Да, ты видишь, ты как бы пошел прямо. Здесь на бонусе прям нарисовано. Либо ты в него пришел, либо через пришел, него пришел. Либо вышел из него. Хотя... Да. Получается, я получаю... Да, ты видишь, тут стрелка нарисована, что он идет вперед до этого, ну, до этой точки. Да. То есть он не телепортируется, да. А прям идет вперед. То есть ну ты все, вот так тогда проходишь. Я вот этого прохожу получаешь вот бонус. Сюда, получил один какао. Да. За вон ту получил какао. Это вот этот бонус, я его деактивировал. Теперь мой нормальный ход. Четыре у меня есть, своих бомжей я прокормлю. Замечательно. Теперь двоечку или троечку. Нет, мне нельзя троечку в четверку превращать, поэтому я прихожу вот этим сюда. Угу.
делаю основное действие, юзаю вот этот бонус. На шестом у меня плюс один рабочий. Блин, а можно, можно? Я забыл по технологии своей. Ну, вот возьми, здесь брал ресурс, возьми, короче, одно возьми. Какао и одно ПО. На следующий раз давай договоримся, забыл. Да. Теперь у меня считается, что их трое. Я беру здание, строю его здесь, 7 победных очков. И два дерева, естественно, заплатил. И вот сюда еще подвинулся за вот это. Правильно? И двоих прокачал. Этого для третьего уровня. Этого до второго уровня. Какао не плачу, иначе я их не прокормлю. Все. Славян. И когда я делаю... Нет, не делаю. Все, на шестерке мне ничего. А, подожди, это же... Это шестерка. На шестерке нет? Да. Так, мне хорошо. Вот это кайфовое. А, вот тут надо выложить новый бонус. О, какие два пацана. Тут такого нет. Да, такого нет и не будет. Это да. Так, ну ладно, что тут? Это ё-моё, троечка. Раз, два, три, я пришел за золото. Жаль, нет вот этого бонуса. Жаль, нет, друзья. Я беру одно золото и... Ну, я... Да, четверочка. На один. Ну, и сразу, да, что, одно какао и пятерка. Прокормишь потом? Да. Потому что твой последний. Ну, это раз, два, три и пять. Все. Погнали. Все. Окей, ага. Раз, два, три. Пришел сюда, заплатил два дерева, построил дом, вот здесь, ну да, два очка. Раз, два. Что за говноход? Успокойся. А вы семь, пошел по... Вы семь Денису начислили за то, что он дом построил? Вот здесь? Да. Мне начисляли семь? Нет. 70 у тебя. Все. Теперь дайте, по этой тропе ты шел? Шел, дом. Да. Вот, я иду теперь за дом. Бери маску, обалденная. Нет, спасибо. Теперь здесь все. Этот пацан у меня возносится. Угу. Да. Еще получается теперь. Еще пошел. Он упал сюда единичкой. Да. Выбираю бонус, бонус. Плачу 3 какао, чтобы дважды улучшиться в храме. Хорош. Здесь пошел 2, раз, 2. Пошел сюда, взял 2 камня. Да. Вот так как-то. Все. Хорош. Все, этот затмение. Да, затмение. Считаем. Начнем с этого. Третье, трижды три, 9. Синему 9. Где он? 9. 69 плюс 9, 78. Дальше. У меня это 5. 5, 3, 15. Это 85. У тебя. Почему? А, 7. Здесь 5. У меня 5, 7, 7, 3, 21. 21. 53 плюс 21, 74. Оп. Смотри, как прыгнул. Здесь вы оба лидеры по 4 очка. Вам. Раз, два, три, четыре. Догнал. Раз, два, три, четыре. Угу. Теперь умножение. Сколько? Двоечка теперь на... Двойка на 3. На 3. Дважды 3. 6. Вам по 6, короче. По 6, раз, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тебе 3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Ну вот, я вас чуть догнал. Ну да. Вот это все скидывай. Ну тропа прям мертвых, тебя хорошо. Да. Тропа мертвых огонь. Ну видишь, то, что я много домов, правда, понастроил. Вот это. Мало тропа приносит. Возвращается сюда, это подвигается сюда. Все, последнее затмение у нас, последний. Что мы пирамиду не достроим. Не достроим. Ресурсов мало, видишь, за счет того, что нету этой технологии, которая дает ресурсы, пирамида строится дольше. Ну ходи. Не все коту масленица. И так-то да. Раз, два, три, камень. Не нужен мне камень, мне нужен золото. Золото, да, вон там. Золота не хватает. 3 и за какао. А, кормим. Дорогой. Кормим. Да. Забыли кормить. Вот 4. Я сейчас смотрю, у меня не должно было быть какао. Я 4 кормлю. Я покормлю. Вот. Теперь другой разговор. Правильно же? Угу. А, и передвинуть рабочих. Куда? А вот этих. Да. И вот. Надо было еще до этого передвинуть. Ну мы не двигали, ну ладно, ничего страшного. Двигаем. Да, мы пропустили. Мы должны были двигать. Уже написали нам, поэтому нормально. Случайных рабочих. 2-4-6. 2-4-6. Вот здесь не должно быть. На шестерке поставил. Двойку поставил. Поставил на четверку. Ну это не страшно. Ну это да, это там на плюс-минус одна какао. Какао, какао. Какао, ку-ку.
Ну там можно, кстати, пойти в какао собрать. Три, да, я получил? Три мало. А вот этот пацан может прийти сюда, получить тоже три какао. Блин, у меня теперь все лодыри. Да, нет. Возносились нормальные пацаны, одни лодыри остались. Да, приходим сюда. Приходим сюда, двоечка, получил одно золото. И стал троечка. У меня какао нет, чтобы заплатить за это дело. И четверочка вот здесь. У меня получаю одно победное очко и одно какао. Одно какао и одно победное очко. Где я тут? О! Яхо, о, да? Заявка на победу. Пришел. Молодец. Пятерочкой. Пятерка — это два камня. Получил. Угу. Дальше. Поскольку я собрал технологию, это одно победное очко, одно какао. И я получаю еще одно какао. У меня два какао. И победное очко дайте. Оп, сам пришел. Дальше. Я возношусь. Ну давай, есть, делай свою аллилуйю. А, хоп, вознесся. Ну, единичка. Пришел. Сюда подошел. Награду. Бонус. Награду. Да в храме, наверное, надо. Так, сколько у меня? Три. На 5 какао бери. Да, конечно. Да. Три, чтобы в двух храмах прокачаться. Это будет этот храм, конечно же. Раз. Два. Это еще три победных очка. Раз, два, три. Получается? Все. Да. Да. Филипп, ходи. Хожу. Пришел сюда. Буду строить вам пирамиду, вам достраивать. Опять ходи. Вот эту взял. Так. Ну да, только так. Это мне нужно второй уровень строить, поэтому дерево. Два камня трачу. Ставить мы ее будем на окно. Чтоб совпало надо. Во. Вот так. У меня тут один вариант на самом деле. То есть совпадает вот это с этим. И все. И вот это с этим. А, вот так. Все понятно, да. Это да, с этим, да. И вот это с этим, да. Совпали. Да. То есть два совпадения плюс 3, 5 очков. Совпадение? 5 очков, ресурсы я уже скинул, здесь подвинулись. В синем храме. За то, что за строительство пирамиды двигает? Нет, 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 все, извиняюсь. В синем храме я получаю 4 победных очка. 89, 1, 2, 3, 4. Обогнал. О, да ладно. И так, прокачиваю пацана одного до двойки, трачу еще одну, чтобы прокачать еще одного до двойки. И выходит новая плита. Хватит уже возносить их. А вот теперь солнце. Вот теперь солнце. Да, в конце твоего хода. И я погнали. Хожу. Вот отсюда мы уберем пацана. Он мне здесь не нужен. Придет он вот сюда. У меня два, минимальная троечка, две золота получил. И кого-нибудь прокачал с какаушкой. То есть зря пошел тем пацаном. На два. Я хочу одного на четыре сделать и второго на четыре. Одного на четыре и второго на четыре. И здесь, за то, что я делаю, получаю какао и победное очко. Какао и победное очко. Где я? Вот, ползу потихонечку. Прям, прям в нос идем. Но там потом ноздрю. Затмение будет, его там вот вырвется. Вот тут. Да, черный? Черный, может быть. Еще есть черный, так. Да вы еще меня догоните на тропе мертвых. О, надо делать... Красиво. Финт ушами, давай. Финт ушами, да. Я приду, наверное, просто... На... Финт зубами. Вот, блин, троечка пришла вот сюда. Я бы сделал финт зубами. За два дерева я строю здесь домик. Два очка. Раз, два. Как есть. На девятке, точнее шестерке я ничего не получаю. И прокачиваю до четверочки этого пацанчика. И хоп. Хоп, хлоп. За повышение по тропе двигаем, да? Нет. Нет. Да что это? Когда возмущение. Кто а, возвышение только. Возвышение? Когда возмущение. Возвышение. Все, ходи. Возвышение и твой конец хода. Все, в других вариантах не двигай. Все, хорошо. А, да, все. Давай, походу. Этот пошел сюда, взял одно победное очко. Серьезно, что ли? И прокачался, да? Хорош, это мощный и ход. Вот теперь двигай. Вот теперь двигай. Да, твой это победный ход. А, стоп, я выполнил здесь действие по технологии, беру какао и еще победную очку. Теперь мой ход. Вот эта троечка приходит вот сюда. Ух ты. Нас тут трое и троечка. Три золота.
В любом храме, в красном, получил 4 победных очка. Раз, два, три, 4 победных очка. И апгрейжу одного, двоих. Настроя, поэтому я двоих апгрейжу до 5-го. 5. Доплачиваю какао. Наплачиваю какао и возношу вот этого пацана. 6. Доплатил какао, но за это свойство я его опять обратно получил, потому что оно работает позже. Получил и победное очко. Оп, за то свойство. Теперь этого чувака вознес. Кинул сюда единичку. Сюда подвинулся. Вот это подвинулось. И выбрал бонус. За 3 какао, к сожалению, я не могу выбрать бонус. Просто 5 победных очков, но я выберу бонус продвижения по одному храму и получу здесь 5 победных очков. Сотечка. Сусава. Сотечка. Все. Сотечка. Так. Так, я что-то хотел узнать. Даже красиво. Но это не точно. Так. Это там нехорошо. Совсем нехорошо. На самом деле мне надо сделать следующее действие. Прихожу сюда 4, поскольку один, беру 2 золота. И прокачиваю до 5. Все? Да. Пошел, пацан. А, стоп. И за то, что 4. Какао и победное очко. Все, можно? Да. Пошел, пацан, сюда. К успеху. Молиться. Да. Давай, к успеху. Маску к черту, поэтому какао платить не буду. Мне нужно вырасти в любом храме. И это вот этот храм. Я хочу взять сразу 2 ресурса. Туф, это, конечно же, 2 камня. Чтобы строить вашу гребаную пирамиду. Потому что без меня нифига. Я вообще ничего не строю. Эту пирамиду. Я ее только украшаю. Я такой, знаешь, дизайнер. Дизайнер, да. Так, вот здесь мы скажем синеньким. Здесь вот. Слышь, ходи, дизайнер. Такой. Ты подвинул? Подвинь вот эту штучку. Ходи. Хотел сказать, что такой пидорастического вида, но не буду. Но это было грубо. Так, подожди, сейчас тут надо думать. У меня есть вон там еще троечка, могу прийти сюда и за 3 голды. Да, почему нет? Хлопну. А если я прокачаюсь синим, получу 2 любых ресурса, получу голды. Замечательно, вот это мне не надо. Мне нужно сделать так, чтобы был синий. Синий у нас есть совпадение, есть одно. Ну, 2 я не сделал. Все, отлично. Вот этот чмырь. 1, 2, приходит сюда. Угу. Поехали, берем, чтобы жирно никому не казалось. Возьму вот эту. Одно совпадение и 1 синий храм. Одно совпадение... Это 1 победное очко. Еще. 3 победных очка. 1, 2, 3. И за то, что я делаю в 7-м, еще 4. 1, 2, 3, 4. Замечательно. 3 голды. Заплатил. Скидок нет. Это сразу верну. Чувак прокачался за 4. И вкачается, наверное, еще раз. Да. Почему бы и нет? Сколько у нас нормально достану я еще? Это? Еще достану. Какаушки. Все. А, я украсил, поэтому сюда пришел. Славян. Угу. Да. 1, 2, 3. Тоже за 3 золота. Так, в семере. А, нет, это не у меня в семере. Ну ничего. 3 золота. А, в синем храме я не подвинулся. Ну, ты заходи. Я подвинулся в синем храме, взял 2 золота. Сделаю украшение. Это будет вот красненький возьму. Давай красный помидоры. Вот сюда. Оп. Это. Сколько там? 3 победных очка, да? Всего. А, и за совпадение. Ну, 4. 4 победных очка. 1, 2, 3, 4. Плюс, поскольку это оранжевый, я продвигаюсь оранжевый вверх. Это еще 2. 1, 2. И хватит. Растет до троечки. До троечки растет. Если я плачу какавку, то его тоже, да. То есть только его, правильно? Да, но у тебя другого нет. Да, оп. До 4. Погнали. Зашел сюда, трачу какао. Угу. Повышаю себя в красном храме. 1 ПВ, пожалуйста. Угу.
И беру вот этот бонус, сразу повышаю себя еще раз здесь, еще два. Хотите затмение, пацаны? Сейчас будет. Да, оно и так будет скоро уже. Двигай. Ходи. Вот этот чувак пришел сюда. Так. Нас здесь трое. Трое. Трое, третий минимальный, три голды. Три голды и два продвижения. Одно продвижение по любому храму. Я хочу взять вот это. Угу. Потом здесь ничего пока не получаю, потому что это в конце игры. И двое апгрейдится. Угу. Блин! Аллилуйя! Дважды! Тут же наш трое. Это больно. Аллилуйя, хлоп. И аллилуйя, хлоп. Раз, два. Раз, два. Потом раз, два. Сочная масочка. Но мне нет, не нужна. И два бонуса я выбираю. Еще хочу продвижение в двух храмах. Это у тебя золото, братан. Все, да, ты что, много набрал. Что, он украшать будет? Ну, конечно. Все золотом отделывать. Хотя тут не так много. Я уже не успею украшивать золотом, поэтому это, да, чтобы вы знали. Да. Я хочу взять первый бонус, это 5 какао. И второй бонус, там маска мне не нужна, там я и так это сделаю. Чем я столько золота? Да, тогда продвижение в храмах не буду брать. Туда улучшение. Возьму 5 да. победных очков. Чук нет. Давай, дай мне. Второй бонус. Не жрут какао, пацаны. 5 побед, 5 этих мне хватит, чтобы этих. Раз, два, три, четыре. Да, конечно. Да, все. Да. Все, да? Да, я походил. Хорошо. Я хожу. Раз, два. Нас тут двое, но минимум 4, поэтому получаю 3. 4 золота. Вот куда? Вас двое, вот здесь. Двое. А, они вот туда, да. Тормози, туда. Тормози. Ладно, три. Разбежал. Три, два победных очка. Да. Раз, два. Вот, блин, все не так пошло, как надо было. Поскольку я делаю это здесь, я беру одно какао и еще одно победное очко. Угу. И я тоже вот я Но... Нас двое. Я прокачиваю вот этого до шестерочки. Да еще один вознесенец. Вы прикалываетесь. Я же тебе сказал, хочешь затмение? Сейчас будет. Так, и за какао это... Ну, в любом случае, твой ход и все. Так, вознесся, ну, нет, подвинулся сюда. В конце твоего хода столкнется и по одному. Награду хочу взять... У тебя два хода, да. У нас по одному. Награду надо взять... Пацаны все в заперти сидят. Награду надо... Раз, два, три, четыре... Надо, да, награду беру 5 какао. Жестко. Да. Да, я тоже не ожидал. Мой я думал, ход... у меня будет всего два хода. Но, ладно, что ж теперь делать? Блин. Так. То есть у меня этот ход и еще один. И еще один. И все. Этот ход оно доходит, и еще мы полный круг доиграем. Угу. Жестко. Что-то да, вот это я тоже не ожидал, что Славик вознесется, потому что я думаю, что у меня будет два хода. Ну ладно, что ж теперь. Кто же знал? Кто же знал, да. Какао нет, много потеряю. Ладно, пошли. Раз, два, три, беру какао. Получается это. Раз, два, три, четыре какао. Как раз под моих работяг. Конец, ну, затмение. Ну, затмение, да, после, так, после мой круга. Мой ход. Бля, у меня все... не успеваю ни пирамиду построить, ничего. У меня все эти дебилы молятся стоят. Я тоже ничего не успеваю. Мне надо в Красном храме продвинуться, а я это не сделаю вообще никак. А, вот здесь можно выгнать тебя. Кстати, почему бы и нет? О, да! Да! Выгони меня, пожалуйста! Подожди, мне тогда не хватит какао. А, мне вот это нижнее не надо брать. Я просто выгоню тебя за это. Это не надо платить какаовку. Я понял. Все, отлично. Да, я выгоню тебя. Да! Потому что... Да! Ну... Выгони меня, пожалуйста! Синий какой классный. Да, вот этот чувак. Раз, два, три. Выгоняет тебя за какао. Я построю пирамиду. Раз, два, три, четыре. 4 у меня, да, я их прокормлю в Красном храме. 7 победных очков. 20. Все. Я закончил. Хорошо. С кучей золота. Я просто планировал еще взять еще одну технологию вон ту. Если бы у меня было два хода, я бы взял. Но не могу. Не подрасчитал. Да, да. Ну ничего страшного, мне и так хорошо. Чего чувакан?
Это мой последний ход, по сути, да? Да. Да. Все правильно. Тогда надо бы износиться, что делать. За пятеру два камня, которые ничего не дают. Фишка вознесения. Один вознесся, вот сюда подошел. Ну, это не тролл. Ну, да, ладно. И 5 победных награду... очков, я подозреваю. Ну, да, конечно. В храмах нет смысла тебе сейчас двигаться. 5. Да, так. И поскольку это была троечка, я взял камень, это еще одно победное очко и еще одно какого. Ты будешь сейчас лидером, да? Угу. Ну, это не сильно меня спасет. Да. Я пошел сюда. Угу. Все? Да, 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 все, все. Пошел строить пирамиду. А, я прошел здесь, это еще одно какого. На втором уровне строю, вот у меня два камня и дерево я сбросил. Так, что мне по пирамиде выгоднее всего построить? Вот этот, наверное. Это не решает сейчас. Ну, пусть будет. Я накормлю четырьмя. Вот так, наверное, да? Вот так сюда. У меня вот эта башка с этой зеленой. А зеленая это что, какао? Да, какао. Блин. Так, стоп. А красная это будет два победных очка. А зачем ты так сложишь? Тут нету ее. Ты получше победных очков не мог найти? Тут нету ее, прикинь. Кого? Красный? Вот этой фигни нету, чтоб в красном храме. За комби. На третий уровень ресурсов не хватает. А там и негде строить, на самом деле. И негде строить. Ну вот только один вариант. Ну да, красные башки. Но у меня ресурсов не хватает. Ладно тогда, что, вот так ставим. Совпало зеленое и это. Это два. Два совпадения плюс три. Пять очков. Подвинь, пожалуйста, на пять. Так, ресурсы скинул. И в зеленом храме я расту. Два какава. Пацан у меня... Так, во-первых, вот здесь я вырвался вперед. Да. Пацан у меня разгрейднулся. Нет смысла. Да, ему просто кормить. Просто больше. Если бы он вознесся. Да. Ну, если бы вознесся, то конечно. Но никак. Никак вообще. Все тогда. Все же. Все. Да. Затмение. Затмение. Отыгрываем последнее затмение. Давай вот. По дороге мертвых, да? Да, с нижних. Опять же, это 7, 7, 3 и 21. 21 славику. Синему и. Сейчас пойду. И черному 21, по 21. Да, 20. 10 плюс 20, 30. 31. И черному. 3 плюс 21. 24. 24. И тебе? А мне 8 на 3. 24. 44 получается. 44, вот сюда. Ну, он вылетел, да, вперед. Угу. Да подожди ты, еще вот здесь. Ну, ты лидер, 4, тебе 4 очка. 4 очка. Раз, два, три, четыре. Умножение маленькое самое, да, здесь. Там, дважды... Дважды три. Шесть. Два. Дважды два. А. Четыре. А, так ты на втором. Это последнее затмение пирамида меньше всего дает. Да. В первом ее надо побольше строить. Да, ну, побольше. Итого что? Раз, два, да? Дважды два. Четыре. А, раз, два, три, четыре. А, дальше у меня просто два. Просто два. Раз, два. Ну, у меня ничего. Ноль. У тебя ничего, да. Славян стоит. Все посчитали. Идет. Маски. Ни у нету. Кого нету. А, чуваков кормим, все кормим. Да. Нормально да. Же? Да. Чтобы по очкам не посесть. Четыре. Ну и все. Ну, подожди. Храмы, вот условия. Условия победные. Теперь рассказываем. Это. Я не в одном, кстати. В конце игры, если... достиг вот этого деления либо выше, смотрим условия окончания игры, ну, это дополнительные победные очки. Да. Давай начнем с тебя, Славик. 4 победных очка за каждого 1, 2 или 3. У меня все, это 16. 16. 31, то есть, 16, 47. Ну, да, и у тебя 5 на 4, 20. 20. 66. 166. Офигеть. Хорош. 166. Ну, ты дизайнеры решают. Близок к своему первому результату. В первой игре у тебя, по-моему, так же. Да, но у тебя там 200 было, или Славик. Видишь, насколько играет вот эта технология, которая дает ресурсы. Да. То есть мы играли первую партию, и примерно плюс-минус 30 очков было вот в ту сторону. Ресурсы здесь решают. По ресурсам. Ну, конечно. Ну, видишь. Я набрал 199. Я как гном, у меня гору золота. Эту проиграл. Да, Денис 166, Славик 147, Филипп 132. 32. Вот такой у нас результат финальный. Вот так. Ну что по игре? Что по игре? Скажу, можно я... Да. Мне казалось, пока Денис объяснял нам правила... Час. Полтора.
полтора часа. Ну, часа два, час да, первый раз я объяснял да. правила, полтора мне казалось, часа. Господи, это какой-то трэш, это пипец. Это понаворотили, мозг, да? Да, но когда мы начали играть, оно очень просто. Благодаря инфографике. Да, то есть Денис объяснил довольно подробно, оно очень просто. Вот, наверное, все, что... Она прикольная. Ну, тематичность вы чувствуете здесь? Нет. Ну, ну, очень относительно. Она, ну, как... Ну, вот меня пирамида прикалывает, ну, вот строим вот, пирамиду. Да, это но мы не достроили. Но это фишка игры, да. Изюминка. Единственная, да, тематичность, которая здесь есть, это вот пирамида. Ну, вообще, по идее, тут можно на любой сеттинг натянуть вот эту механику и все. Мне есть, напоминает, да. знаешь, что первый взгляд на поле... Ну, договори, да, ты что хотел мысль ну, закончить. Ну, что еще хотел сказать? Вот маски. Не бесполезно. Да. И после первой партии мы поняли, что они просто не нужны. Мы тут их не брали вообще. Да. Вот маски самый спорный момент вообще. За них что платить надо? Да, они слишком много стоят. Они какие-то. Они много стоят и пользы от них. Ну, я надеюсь, выйдет какой-нибудь дополнение. Ну, игра-то свежая. Я надеюсь, к ней выйдет какое-нибудь дополнение. Которое маски понерфит. Которое как-то это сделает. Или бафнет их. Или там они, может быть, будут для чего-то еще нужны. То есть вот, потому что сейчас реально маски бесполезны. Вот это вот получать там за три маски, сколько там, 6 победных очков, но ты больше 3 все равно хрен соберешь. Ну типа знаешь, какое-нибудь такое дополнительное поле, где, например, масками можно занимать и получать какие-то еще абилки. Я очень надеюсь, что вот это единственное, да, вот. Маски вообще бесполезные. Да. Либо мы не поняли, что за фишка у них. Плюс молитва, смотрите, вот этот раз Филипп. Делал ставку на молитву. Я раз, молитва фигня. Я очень много молился. Ты один раз их выставил так и собрал. Все, у Фила вот этот чувак стоял не первый ход. Да, он всю игру там простоял. И вот он. Видишь, сколько бонусов я собрал? Это не все. Большая ничего, часть из них из молитв. Ты нет, смотри, ты еще и поднялся по пирамиде. А. Так что... Ну, нет, хорошо. Ты... Не молитесь. В нужный момент ты хорошо молитва. Нет, молитва хорошо, вы чё? Но вначале он... Молитва делает. Очень хорошо решает, когда тебе срочно нужно взять вот этот бонус, например. Ну, да. Ты смотришь, такой, ага, вот здесь красный. Пошел, помолился, лежит... продвинулся, все. Вот именно, когда опять тебе же... надо урвать что-то. Да. Но опять же, если в молитвах лежит не маска. Да, понятно. Оно тебя очень тормозит, на самом деле, да. Вот это моление очень тормозит. Да. Тебе потом... Подождать момент, когда сразу всех с молитвы вывести. Ну это вот как я в самом начале. Я очень выявил сильно... раз всех из молитвы. Пропустил ход. Это выявил очень... второй. А, тогда за три какао я выявил. Ограничивает и тормозит тебя, да. Ну вот. Собственно. Ну не знаю, вот эти бонусы, кстати. Ты один раз этим пользовался. Один раз пользовался, и то потому что, ну да, надо. Ну надо было. Ну и все, как бы. А больше, в целом мне понравилось. То есть, оно интересное. Сел бы я в нее играть еще раз, может быть, но через не полгода. Скоро. Не, ну с нашим количеством игр это... Ну да. Ну, не, есть... ну это не игра не такая, что да. давай там... Тематичность, ну, то есть... Не, оформление обалдело. Оформление, да, хотя вот по качеству... С первого взгляда оно напоминает Excel-таблицы. Смотри, сколько здесь табличек, да? И когда смотришь, такой... Да, вот что главное, первоначальное мнение, впечатление обманчиво, оно кажется слишком перегруженной и сложной, но на самом деле это не так. Угу. Ну да, да, правила есть очень на самом деле. Механики. Тут очень простой ход игрока. Пришел, какие-то элементарные действия сделал, единственное, вот нюансы надо следить. Так, а здесь я себя подвинул, а здесь подвинул, здесь подвинул, здесь подвинул. Ну, что-то по-любому забудешь. Пока настроек, в принципе, мы друг друга контролировали, поэтому... Ну да, если каждый сосредотачивается чисто на своей игре, то легко допустить вот такую промашку, что где-то там вот эту вот сколько раз я забывал, не двигал, да, там вот эту. То есть, ну, это требует определенного привыкания, но в целом... Технологии, ну, они прикольные есть. Технологии огонь. В них заложена реиграбельность большая. Да. То есть, видишь, насколько у нас другая партия получилась из-за того, что мы не получали бонус. Технологии очень хорошие. Вот они здесь играбельность. За них можно много бонусов получить в конце. Да. То есть я вот рассчитывал взять упор. Еще одну. Да, я прям на это тупо. Я сделал упор, у меня было технологии и вот это. Технологии это твой движок уникальный, который ты сам создаешь. И улучшения. То есть другие ресурсы мне были вообще не интересны. Только слово. Да. И ты играешь. Я его тратил сюда от и сюда. От этой тактики. Все. Да, хотел уточнить. Все остальное мне было плевать вообще. Что вы там делали? Строить? Ну, строить. Вот ну, на основе двух партий я понял, да, это утверждается. Нельзя распыляться. Ты должен что-то одно топить в это. Смотри, ты себе от технологии, то есть, надо играть. Да. Создал себе вот такой движок. Видишь, и моя промашка была в том, что я-то получил вот эту технологию, которая прокачивает тебе работников. Но я не учел, что мне на это нужно какао много. Угу.
И если я буду постоянно возносить работников, у меня не будет мощных работников, которые будут получать для меня много ресурсов. Их надо... То есть, если я ухожу по этой ветке, то я, ну, скорее всего, отстану по строительству пирамиды. Ты просто начал возноситься слишком часто. Да, да. Надо равномерно их прокачивать. Да. Прокачиваешь равномерно с помощью этого, очень классно. А когда, вот, прикинь, то вот сюда у тебя стоит 3 штуки и 3 пятых, и ты получаешь... 4 в двух храмах. Да, да. Вот да, это да. Огонь. То есть вообще. Надо не спешить больших, ну, мощных работников возносить. Они тебе нужны в игре. Да. А я буквально пропускал вот эти мощные уровни. То есть я с третьего там сразу, ну, с четвертого сразу его вознес. А надо было пару пятерок собрать, да, побегать ими по полю, пособирать ресурсы, а потом вознести. Вот я два раза вот это получал. В этом мой косяк, из-за этого я отстал по очкам так сильно. Плюс я больше надо было сосредоточиться на строительстве, именно на строительстве домов. Ты вот вначале вкинулся, и ты быстро... Я 3 домика построил. Да, да. Но надо было это больше половины всех. Надо было продолжать. Да, надо было вот на самом деле туда. Да. И ты бы больше получил. Не знаю... Домики пару раз построил, потом они же обесценивают рост на вот так, этой вот тропе мёртвых. И все равно, да, это умножение, вот он в любом случае, он получил больше. Да, да, в любом случае ты обесценишь это для всех. Ну да, да. Поэтому какая разница? То есть для каждого тут должна быть своя тактика. Плюс ты когда дом строишь, и когда за троих тут можно 7, 6, да, 5, это прям нормальное, да, количество очков. Плюс прокачка. Плюс сказать, что это очень много, но... Нет, ну, в итоге, кстати, прям заметьте, вот вторая партия, и мы пирамиду практически не достроили, даже третьего уровня нет. Да, да, у нас в первой партии всего одной плашечки не хватило. Да, потому что в первой партии мы все втроем строили, а сейчас я забил, я решил пойти по другому пути, просто попробовать. Да, и видишь, ну, как бы... Немного... Я вообще забил, я не брал ни камни, ни дерево, мне ничего не нужно было. Я все золото, технологии, улучшение пирамиды. Вот я подзабил, я вроде достиг, но я, видите, в последний момент свою пятерку превратил в единицу, я мог бы получить 9 очков за него. Ну, как-то надо было подстроиться мне под мои условия. Вот это. А, да. Я-то топил за эту пирамиду, потому что я уходил в технологии, вот это у меня было чисто для ресурсов. Мне больше сосредоточиться на прокачке. Ну, вот так. В принципе, клево. Ну, немного резюмируя свое мнение, скажу, что вот из большого количества евро, которые я переиграл, у этой вот очень сильно развит вот элемент прорабатывания своей тактики, своего движка создания, да, и попробовать много можно разных тактик и стилей игры. То есть можно играть от этого. Тут... Можно скомбить вот это вот с этим, то есть попробовать тактику, как она работает вот с этой тактикой. Да. Реиграбельность у нее довольно большая. Я не ожидал, что она будет. У нас настолько разные партии будут, вот две, которые мы сейчас сыграем. Еще более того, вот эти планшеты, их можно тоже рандомно разложить. Эти шесть зданий еще будут в другом порядке расположены. То есть... Из минусов, да, это не слишком связанность механик с тем, что, ну, с сюжетом, да, то есть они не сильно контачат, но ты можешь от евро-игры погрузиться можно при желании. В какой евро-игры прям так связано, что аж прям вот обалдеть? Ну, есть плюс-минус, скажем так. Да. Ну, пирамида. Пирамида, она вот создает. Вот ее реально не натянешь на другой сеттинг. Где еще такие пирамиды? Египет только. Может. Суховатость в плане того, что ты смотришь реально, ну, Excel такой видишь перед собой. Когда начинаешь, ну, так, более-менее... Все понятно вообще, на самом деле. Да. Что я еще хотел сказать? Особенности, да, вот контроля мелких нюансов. То есть они вылетают, да? Ты вот сбил меня. Я хотел быстро все сказать. Ну и, конечно, время партии, ты не каждый вечер сядешь за такое. То есть она реально масштабная игра, да. Игра реально масштабная. Ну, классная. Да. Прикольно, весело, да. И моя любимая Мексика. И компоненты. А, ну компоненты косячные. Это вообще трендец, ну как так? И вот темненькая. Китайцы, видимо, бухали, когда наносили вот этот принт. Вот это нормальный китайцы, это он уже прибухнул. Да. Это, к счастью, это не сильно влияет на игру, потому что, ну... Ну да, это обратная сторона. Ты фиг запомнишь, на самом деле. Если ты даже знаешь, что здесь нарисовано. В крайнем случае можно, если кто-то прям вот парит это кого-то, можно из мешочка их доставать. Да, в мешок засунул. Вот, что хотел сказать, она мне напомнила Цолькин. Ну, во-первых, темой,
то есть что же там, ацтеки. В Толкине майя. Майя, ну да. Ну там тоже есть, короче, три храма вот этих, по которым ты упарываешься в росте, в гонке. И у игроков идет гонка по трем храмам, и тоже достигнув вершины, ты супер бонус этого храма получишь. Ну я в Цолкин не играл, но... Вот. И тоже там, если вот эту вот механику Цолкина вот с этими шестернями убрать... Там тоже будет, будут вот такие таблицы. Но там чуть по-другому то, что здесь выставление работает, здесь рондель, да, то есть то, что мы ходим по кругу, это рондель механика. Там уйдет не выставление, а когда ты снимаешь рабочих, ты получаешь их бонус. То есть чем дольше он в каком-то городе простоит, тем круче он докатится до определенного свойства. И ты его когда снимаешь, во-первых, там сразу можешь нескольких снять. Вот, и получаешь бонус, чем дольше он там стоит, тем круче. Ну, короче говоря, крутая такая евруха для тех, кто упарывается вот по таким играм, где математично, где нужно видеть комбы-вомбы крутить. Еще здесь есть режим одного игрока. Автома, да, там? Да. Там какой-то тицалькобот или как-то так. Тицалькобот. Теотикобот. Теотикобот, да. Здесь можно играть одному в эту игру. Да. То есть для некоторых это важно, как бы, да, есть. Ну, если кому-то нравится, опять же, головоломки вот такие порешать, да, в одиночку там посидеть. Есть, там есть специальные такие планшетики для этого автобота. Ну, вот так как-то. Ну, да, у кого есть что добавить? Есть, ну, говорите. Все. Если нет, то, друзья, мы с вами на этом прощаемся. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами были Денис, Славик и Филипп. Канал «Твой игровой». Всем пока. Пока. Пока-пока.